Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами я, телеведущая студии КВАН Зарайского кабельного телевидения Ольга Жолдева. И у нас в гостях глава городского округа Зарайск Виктор Анатольевич Петрущенко. Здравствуйте, Виктор Анатольевич! Добрый вечер, Ольга! Добрый вечер, наши телезрители! В прямом эфире по традиции Виктор Анатольевич ответит на вопросы, которые уже поступили на WhatsApp по номеру телефона 8-958-753-1774 и на входящие звонки во время прямого эфира. Вместе мы подведем итоги уходящего месяца, обсудим актуальные темы. Звонок на номер горячей линии 8 800 101 52 31 бесплатный. Я прошу вас не торопиться со звонками, вы еще успеете задать свой вопрос. А мы начинаем. Виктор Анатольевич, важное событие этого месяца – день рождения нашего любимого города. Зарайск не стоит на месте, с каждым годом он развивается и хорошеет. По всем направлениям ведется комплексная работа, это касается и сферы здравоохранения. К примеру, год назад заработал аппарат МРТ, а на днях в Зарайской больнице открылось отделение компьютерной томографии. Расскажите, пожалуйста, Виктор Анатольевич, с открытием КТ что изменилось для зарайцев? Хороший вопрос, Ольга. Мы думаем, что пока еще ничего не изменилось, но мы надеемся, что изменится. КТ – это тот аппарат, который был очень необходим для нашего округа. И мы знаем, что особенно в прошлом году, когда началась пандемия, она и сейчас не окончилась, это все продолжается. И можете представить, что сколько наших жителей получили неудобства в том, что нужно было найти транспорт, нужно было найти окно, время для того, чтобы доехать до Луковицы или до Коломны, или же до Рязани. Это как-никак и средства, и время. Да, и смотрите, сегодня что нам даст КТ? Это не обязательно, что это связано с ковидом. Ведь КТ – это аппарат для тех людей, которые болеют и другими болезнями. И сегодня, когда человек приходит в больницу, и ему говорят, что вам нужно пройти КТ, а он начинает думать, что это брать направление, это нужно ехать в другой город, это нужно мне отпроситься с работы, да и мне пока еще ничего не болит, да и я и не поеду, наверное, да. А люди едут тогда, когда уже поздно. Вот как раз сегодня КТ нам даст то, что мы сегодня сможем на ранней стадии, что людям не придется тратить время, они могут прийти к терапевту, получить направление и пойти и пройти КТ. Это большой такой результат для нашего города. Я вам скажу, что КТ – это очень серьезная аппаратура. Это так же, как и МРТ. Это два очень таких хороших аппарата, которые дают большие очень возможности для наших жителей. Для того, чтобы КТ появился, это работа, наверное, целого года или даже полтора. Подготовка, потому что аппарат очень дорогой. Для него сначала нужно найти помещение, нужно попасть в программу губернаторскую по здравоохранению, потому что их считанное количество выдается в год на область. Вот мы одни из тех счастливчиков, которым это повезло. Да, потом мы нашли помещение, потом сделали хороший ремонт, потому что кроме аппарата еще нужно сделать практически входную группу, нужно сделать зал ожидания, нужно сделать кабинет для врача, все кабинеты с удобствами. И как бы ремонт шел 3 месяца самого благоустройства. Ну, могу сказать, что сегодня у нас КТ работает в 2 смены. С 8 утра до 8 вечера. Сегодня где-то мы уже принимаем более 30 человек в день. У нас сегодня свой врач, очень хороший врач, да, потому что аппаратура без врача – это еще не аппаратура. Но, к счастью, у нас сегодня есть и аппарат, и есть хороший врач.
У нас идут перемены не только с КТ. Мы уже не один раз говорили, что у нас идет еще большая работа по ремонту наших помещений. У нас сегодня, если брать, то у нас идет ремонт центрального корпуса, и он уже практически подходит к завершению. И могу... Жители наши слышали, что ремонт идет, да? Да, но... мы знаем, что идет масштабный ремонт. Но, скажем так, у нас были те опасения, что мы сделаем кровлю, мы сделаем шестой этаж, мы сделаем пятый этаж, косметический ремонт внутри. И было так, что у нас было запланировано, что вся та мебель, которая есть, должна была остаться. То могу сказать, что сегодня мы уже практически дошли до того, что Министерство здравоохранения нам выделяет деньги, и мы на этих два этажа закупаем полностью новые кровати, новые тумбочки, все то, что нужно, чтобы это было помещение не только отремонтировано, но и заменена вся мебель. Также у нас стоял вопрос сегодня о инфекционном отделении. И внутри мы делаем косметический ремонт, то есть меняем там полы, стены, потолки. Но вы видели, какое здание у нас снаружи. Да, само здание и благоустройство на улице. Это, ну, можно сказать, в ужасном состоянии. То сегодня у нас тоже уже есть понимание, что в этом году Минздрав нам выделяет денежные средства, и мы должны сделать косметический ремонт и благоустройство и на улице. И таким образом, это дополнительно к тому, что у нас было, мы еще получаем вот и мебель, и благоустройство. Спасибо, Виктор Анатольевич. Мы, да, действительно знаем, что ведется масштабный ремонт в Зарайской ЦРБ. Это радует, что изменения, что появляется новая аппаратура. Давайте посмотрим видеосюжет о том, как открывалось отделение КТ. С удовольствием. Для Зарайской центральной районной больницы этот месяц стал знаменательным. По поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта здравоохранения сюда привезли компьютерный томограф. Внешне он схож с аппаратом для МРТ, но методика исследования у них разная. МРТ работает путем магнитно-резонансного взаимодействия с атомами водорода, которых в нашем организме в избытке. Но он малоэффективен, например, при исследовании легких и костной ткани, потому что в них крайне низкое содержание водорода. Здесь и приходит на помощь компьютерный томограф. Он делает несколько рентгеновских снимков, из которых формируется объемное изображение исследуемого органа. Раньше жителям городского округа приходилось ездить в другие муниципалитеты, а иногда и в соседние регионы, чтобы пройти диагностику на компьютерном томографе. Это исследование, как правило, назначают уже заболевшим пациентам, поэтому любые длительные поездки могут негативно повлиять на уже ослабленный организм. Но теперь не нужно ехать далеко. Опытные специалисты будут проводить диагностику пациентов в стенах Зарайской ЦРБ. Что касается врачей и всего персонала, кто у нас будет работать. Заведующий рентген отделением Ларис Валерьевна, прекрасный доктор, врач высшей категории, будет работать в данном оборудовании. И еще один доктор тоже приехал у нас с Тверской области, тоже врач высшей категории, будет, обещал достойно, упорно трудиться в наших стенах во благо наших пациентов. Что касается режима работы. Режим работы будет у нас ежедневная работа с 8 до 20.00. То есть работать у нас КТ будет в две смены и проводиться исследование будет до 40 исследований в сутки. Точность диагностики такого оборудования определяется количеством срезов, которые делает аппарат за один оборот рентгеновской трубки. Томограф на 128 срезов, который теперь ждет своих пациентов в Зарайской ЦРБ, справится даже с самой сложной задачей. Тем самым наверняка поможет выявить заболевания еще на ранних стадиях. Алена Непша, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение. Я хотел бы добавить то, что мы, когда ездили в Луховицы, то сегодня жители городского округа едут к нам едут озера, к нам едут Серебряные пруды. В Луховицах есть тоже КТ, но у них очень мало срезов КТ, которого старого образца. И для того, чтобы более точно рассмотреть ту или иную болезнь, есть или нет, определить ее на самом-самом раннем стадии, то можно только вот на таком современном КТ, как сегодня есть у нас.
Спасибо, Виктор Анатольевич. Мы очень надеемся, что эти изменения действительно пойдут на благо, только на благо наших жителей. Считанные дни остались до начала нового учебного года. Позади приемка образовательных учреждений. Виктор Анатольевич, расскажите, какие мероприятия проводились в этом году в рамках подготовки к новому учебному году и насколько готовы к приходу детей образовательные учреждения? Значит, могу сказать, что во всех школах, во всех детских садах с 1 сентября, значит, сады у нас и так работают, а все школы 1 сентября, как обычно, пройдет линейка и начнется учебный год. Все школы сегодня сданы. Это довольно-таки непростая работа, подготовка, потому что все 3 месяца летом мы усиленно работали в школах для того, чтобы привести их в то нормативное состояние, которое должно быть. А у нас с каждым годом к школьным учреждениям требования все более и более усиливаются. Могу сказать, что точно, что мы прошли всеми комиссиями, прошли все учебные заведения. Летом была произведена большая работа. Мы полностью поменяли проводку, электропроводку. Это в Ерновской школе. У нас сантехника была заменена в Миндюкинской школе. Вы знаете, что в прошлый год мы даже 2 раза приостанавливали учения и приходилось детям учиться в другой школе. То работа полностью произведена. У нас произведена работа это в лицее, не признаю, только будет произведена работа в лицее номер 5. То, что внутри косметический ремонт, это само собой, но у нас там было так, что, можно сказать, мы чуть-чуть нарушали безопасность самого лицея, потому что каждое учебное заведение должно иметь свою территорию и должны иметь свое ограждение. То мы знаем, что помните, что у нас есть 2-й микрорайон, и если идти со 2-го микрорайона сюда к ФОКу и идти в центр к больнице, то все люди ходили через лицей, потому что в обход это долго и длинная дорога. Значит, мы сегодня приняли решение, и то ограждение, которое мы снимаем у Победы, это хороший кованый забор, мы полностью будем делать ограждение 5-го лицея, и таким образом по кругу. Все. И таким образом у нас лицей буквально через 2 недели получит свою ту территорию, которую сможет закрывать на замок. Дальше у нас по точкам роста. Это Авдеевская школа и школа Масловская. Оборудованные классы. Что такое точки роста? Это классы, где современные оборудования. Это оборудование, которое позволяет детям заниматься там, слесарными работами, научными работами. Это дополнительные компьютеры, это такие шлемы с очками, где дети погружаются в ту или иную сферу. Это как бы все такое самое-самое современное, и этих 2 класса точно мы уже оборудовали, и дети получат. У нас, если брать по Макеевской школе, то в этой школе не было своей столовой. То есть приходилось привозить и кормить детей с другого учреждения. Да, то сегодня мы закупили полностью оборудование, сегодня подобран персонал, повара, и с 1 сентября дети будут уже питаться тем, что будет приготовлено как бы в самой школе. Могу сказать, что точно, что мы подошли и с безопасностью камеры были установлены, и с пожарной, да, и с Роспотребнадзором, и милицией, всеми службами была проведена проверка, и мы ее практически успешно сдали. И школы 1 сентября начнут вовремя обучение. Виктор Анатольевич, мы знаем, что сейчас ведется благоустройство детского сада номер 2 «Радуга» и да. Начальной школы детского сада номер 14. Расскажите, какие работы выполняются там? Там проходит большая работа. Помните наш детский сад?
и какое там было ограждение. И директор этого учреждения Елена Юрьевна говорит, что Виктор Анатольевич, ради Бога, помогите мне с забором, потому что забор такой, что на территорию и могут забежать собаки, и есть, мы уже замучились заделывать те дыры, которые есть, и, во-первых, это не эстетично, это вид и в центре города, и самое большое детское учреждение, которое у нас есть в Зарайском городском округе, и мы решили приступить к замене забора. То есть мы практически сегодня, осталось там буквально на 2 дня, и мы завершаем полностью ограждение этой территории. Но мы увидели, что территория территории, а внутри территории само благоустройство этой территории, оно там не делалось ни разу. И вот как построили детский сад, с тех пор никакого благоустройства территории и не было. И мы приняли решение для того, чтобы полностью переложить плитку, полностью переселить новый асфальт, бордюры, отмостку. Это большая работа. И могу сказать, что сегодня эта работа ведется. Сегодня буквально с Еленой Юрьевной разговаривали утром. И где беседки, где детские игровые площадки, они все грунтовые. И когда идет дождь, то там грязь. Дети не могут играть после дождя. Не в дождь, а после дождя не могут играть. Да? Если мы заасфальтируем или положим плитку, то ребенок упадет, это будут ушибы. И практически сегодня приняли решение, что вот в этих местах мы положим искусственные покрытия. Это как футбольное поле. Это зеленая травка. Она довольно-таки очень прочная. Это такой материал, который можно будет, на котором играют, бегают футболисты в бутсах. Да? То есть, если мы... Это дорогой материал. Но если мы это сделаем, то для детей это будет большое удобство. И этот материал будет служить долго-долго-долго лет. Сейчас нужно сделать только основание под него. Основание там не такое сложное. Это... Песок утрамбованный, на него ложится вот этот ковер. И надеемся, что первое такое в округе мы получим. И даже, не знаю, мы это ни у кого не посмотрели, потому что в области это тоже нет. Получилось так, что, вы знаете, что есть Евгений Аксаков, это наш депутат Московской областной думы. И мы с ним были сегодня... Ну, не сегодня, на этой неделе смотрели по футбольным полям. И он рассказал про этот материал. Он привез образцы этого материала. И говорит, давай сделаем футбольное поле вот с этого материала. И тут пришла мысль, а почему бы вот с этого материала как раз не сделать вот эти игровые детские площадки. И я думаю, что у нас это получится. И получится неплохо. И думаю, что если соседи это все увидят, то будут себе то же самое это применять. Вот первых... Две территории мы таки хотим сделать. Это второй детский сад. Да, и у нас такая же ситуация. Директор школы сада, или сад школа 14-й, она жаловалась, ну не жаловалась, спросила, что Виктор Анатольевич, когда есть какая-то программа по ремонту садов, я не попадаю, потому что я сад школа. Когда есть какая-то программа по школе, то я не попадаю, потому что я шел школа-сад. И говорит, ну, надо что-то делать, потому что территория тоже в очень ужасном состоянии. И мы практически сегодня и второй, и 14-й детский сад должны сделать полностью. 14-й детский сад также будут вот эти площадки, даже вперед там появятся игровые вот с этого зеленого газона искусственного. Мы должны успеть асфальт, потому что поселить в том месте, где 1 сентября должна пройти линейка. И подрядчики сегодня есть. И как бы все обещают, что мы вовремя сделаем. Я хочу сказать другое, что вот этих два объекта, они сегодня очень большие затраты, но они даже не делаются за бюджетные деньги.
они делаются на деньги наших спонсоров. То есть наши спонсоры помогают для того, чтобы наши дети были, учились и занимались в нормальных условиях. Так что надеемся, что вот эти две территории, ну, к 15 сентября это будут действительно хорошие новые территории. Здорово, спасибо. Виктор Анатольевич, завершился летний сезон в детском лагере «Осетр», соответственно, тоже завершился сезон. Расскажите, пожалуйста, как прошло это время, сколько человек посетило, сколько детей посетило лагерь, побывало в лагере, и какие изменения произошли на территории лагеря? Оля, я немножко пропустил еще про обучение. Вернемся. Я хотел сказать, что этот год нас радует тем, что в этом году у нас 420 первоклассников. Это здорово. По сравнению с прошлым годом, у нас в прошлом году было 355, в этом году 420. Это как бы такой хороший сигнал, потому что в нашем городском округе есть проблема, то, что у нас городской округ по численности с каждым годом уменьшается. А этот год, он такой для нас довольно хороший. Теперь то, что касается лагеря «Осетра». Он у нас с каждым годом становится лучше, краще и удобнее. Это на самом деле так. Если брать по прошлому году, то у нас всего была одна смена с ковидом. Это было 90 человек. То могу сказать, что в этом году у нас было 3 смены. Каждая смена по 120 человек. Это в общей сложности 360 человек. И это не полная загрузка, потому что это всего лишь 75% от полной загрузки всего самого лагеря. Могу сказать, что в этом году мы еще положили 1000 квадратных метров плитки, брусчатки. То, что мы не успели в прошлый год. Не то, что не успели, не было возможностей. Ни финансовых, ни физических. В этом году мы получили еще материал с победы, эту брусчатку, и смогли сделать то, что должны были сделать еще в прошлом году. Мы в этом году получили, видно, видите, это губернаторская площадка, которая универсальная. Это футбольное поле, это волейбольное поле, и это баскетбольное поле. И практически, когда мы не приехали в лагерь, то эта площадка постоянно занята. Это такой очень хороший подарок для нашего оздоровительного лагеря. И если брать, в общем, то у нас были отремонтированы все корпуса. Где-то делается косметический ремонт, это текущий ремонт. И, конечно же, в этом году, если мы въезжаем в сам лагерь, то с левой стороны есть административное здание, да, и оно в плачевном состоянии, и портит вид всей территории и всех построек, потому что как только заходишь, ты прямо вот видишь с левой стороны это помещение. То могу сказать, что сегодня найдены денежные средства, сегодня там ведется уже капитальный ремонт, сегодня завезены материалы. И в этом году мы сделаем полностью капитальный ремонт этого административного помещения. И в следующий год у нас уже будет встречать совсем другой вид при входе в Осетр. Так что детей приезжает очень много. Мы были и на открытии, и были на закрытии. Могу сказать, что на открытии дети веселые, но такие, знаете, это второй день, еще кто-то хочет домой, кто-то не показывает вид, но могу сказать, что когда мы приезжаем на закрытие, когда дети после двух недель должны уезжать домой, то практически они все плачут за того, что они настолько подружились, а к нам приезжают дети практически со всей Московской области, из Москвы, из Рязани, из Тулы, и если бы у нас была возможность не 120 человек принимать, а 180 и 300, то желающих даже больше есть. Могу сказать, что это очень хороший лагерь, очень хороший проект, и много очень добрых слов от родителей, которые забирают своих детей, и очень многие говорят, что мы на следующий год
обязательно еще приедем. Так что, дорогие зарайцы, пользуйтесь тем, что не нужно никуда ехать, то, что у нас в округе есть такое замечательное помещение и лагерь, где люди смогут отдыхать, дети наши смогут отдыхать. Совсем немного осталось до осени, а значит, отопительный сезон не за горами. А как идет подготовка к отопительному сезону, и могут ли наши жители быть уверены в том, что в их домах в осенне-зимний период будет тепло? Скажите, если бы такой уверенности не было, я бы что сказал? Конечно, я бы сказал, что наши жители могут быть уверены, что как только температура будет ниже 8 градусов среднесуточной, то все наши жители получат и горячую воду, там где она была, и получат обязательно тепло. Если брать сегодня, то перемены большие произошли в прошлом году. Вы знаете, что мы 7 котельн запустили, и мы боялись того, что 2 котельны мы запустили до Нового года, и у нас были небольшие проблемы не с отоплением, а были небольшие проблемы с горячей водой. И это в тех населенных пунктах, где никогда ее не было, то Козловка и Новоселки. Потом получилось так, что мы запустили котельную перед самым Новым годом в Гололобо, и были просчеты технические в самом оборудовании, в самой котельной, потому что теплообменники, пластины, и они были не в том количестве, которое должно быть. И мы людям подавали воду не 56 градусов, а давали воду 48-50 градусов. И много получали нареканий от того, что вода идет не той температуре, которая нужна. И поэтому мы оставшиеся 4 котельные, мы их практически запускали уже в марте и в апреле месяце этого года. Это те, которые с прошлого года. Все ошибки были учтены. Все, что было недоработано в тех котельных, то у нас сейчас на этот год, до конца года, еще установить и запустить еще 9 новых блочных котельных. Да? И как бы сегодня уже ведутся работы, земляные работы ведутся. В одном месте уже даже отлита плита, фундамент для установки блочные котельные. Но могу сказать, что независимо от того, вовремя они придут, эти котельные, не вовремя их привезут, с опозданием, без опоздания, то все равно эти 9 населенных пунктов, где будут новые котельные, мы полностью подготовили старые котельные, они полностью готовы, и мы рассчитываем, надеемся, что мы будем запускаться не на новых, а на старых. А в процессе будем переключаться. Так что жители сегодня знают, где будут новые котельные, на улице встречают. И Виктор Анатольевич, как же так, мы, вы еще ничего не привезли, ничего, а уже скоро осень, и мы будем в холоде. Нет, не будете в холоде, потому что мы запустимся на старых котельных. Могу сказать, что сегодня ведется очень большая работа, потому что котельные – это котельными, а теплотрассы – это не менее серьезная проблема, чем сами котельные. Да, потому что практически они на все, на 92% у них есть износ. И сегодня в многих очень населенных пунктах, где идет двухтрубчатая система отопления. Да, то есть как бы двухтрубчатые теплотрассы. Вот если брать поселок Масловский, 366 квартир, которые никогда не имели горячую воду, то сегодня ведется большая работа. Сегодня работают бригады в поселке, где уже демонтировали. У нас уже другого выхода нету, да, потому что старую теплотрассу мы ее демонтировали. И сегодня ведутся все работы для того, чтобы мы сделали теплотрассу в 4-трубчатом исполнении. Перекладываются самые новые современные трубы, они в теплоизоляции. Там все трубы шли сверху, да, то есть это мешало и жителям, это было и некрасиво, и самое главное, что когда трубы идут сверху земли,
то идут большие потери. Сегодня мы их новые, современные, закапываем в землю и равняем. И не будет даже никакого вида того, что у них было раньше. И теперь у нас остается то, что мы котельную новую ставим, теплотрассы новые. И постараемся людям в этом году, но это можно делать и зимой, можно делать и до Нового года, потому что в каждый дом мы заведем горячую воду отдельно, и останется нам сделать разводку внутри дома. Ну, внутри дома это делается быстро, на это не влияет погода, температура не влияет. И в программе мы уже есть, постараемся в Масловском точно до конца этого года дать горячую воду. И у нас такой же поселок, где более 160 квартир, это Литуново. Там сегодня то же самое, и новая котельная, и новая теплотрасса будет в четырехтрубчатом исполнении. И сейчас мы работаем с Министерством Московской области, с фондом капитального ремонта, чтобы нас до конца года включили в программу. И мы тоже сделали разводку внутри домов, потому что внутри домов тоже нет разводки. И практически мы будем готовы полностью к отопительному сезону. Есть одна небольшая проблема, которая никак не связана технически. У нас сегодня очень большие долги жителей за коммунальные услуги, это более 200 миллионов. И такая же проблема сегодня есть у нашего МУПа, управляющей компании, в пределах 80 миллионов мы должны за газ. Ну, сейчас ведем переговоры для того, чтобы получить кредиты и рассчитаться. Сейчас это за газ, который мы употребляли той зимой, которая была. Надеемся, что у нас все получится, тепло дадим вовремя. Конечно, если бы жители нам помогли и заплатили за квартплату, за свои долги отдали, то было бы еще лучше. Так что люди могут не переживать, тепло будет. Ну, наверное, не менее важный вопрос, который волнует жителей, это ремонт Зарайского автовокзала. Когда же уже будет проведен ремонт? Ведь вокзал – лицо города, и то, в каком он сейчас находится состоянии, часто вызывает у жителей нарекания. Будет ли изменен внешний вид автовокзала и какая предстоит работа? Знаете, да, действительно, автовокзал будет отремонтирован. Мы об этом узнали на прошлой неделе на ВКС. Да, и когда мы практически прошлый год, в этом году писали письма, потому что очень много жителей, которые на приеме говорят, это в основном сельские жители, которые каждый день из какого-то населенного пункта приезжают в город, а потом перед тем, как уехать домой, они заходят в автовокзал, и кто 15 минут, кто 30 минут, а кто-то и час ждет свой автобус. И находиться в том помещении, которое есть сегодня, он действительно без косметического ремонта, он без капитального ремонта. И он, не сказать, что в ужасном, но он в плохом состоянии. Да, то сегодня вышла новая программа. Губернатор дал указание выявить все такие автовокзалы, которые есть в Московской области. Их оказалось много, но мы попали, как бы вытянули тот счастливый билет и попали в первую очередь, что вокзал наш действительно будет отремонтировать. Я даже больше скажу, что не будет. Сейчас идет ремонт. Если вы прямо сейчас попадете на автовокзал, то вы увидите, что там идут ремонтные работы. Что будет сделано? Это будет окрашен фасад, это будут заменены входные группы, будут отремонтированы полы. Это будут заменены сиденья, которые есть, будут окрашены лавочки, которые на улице, где люди ожидают автобусы. Это будет информационное табло большое электрическое. Это то, что касается этого года. А на следующий год это запланирован капитальный ремонт, где уже будет полностью капитальный ремонт и внутри, и кровли, и всего остального. Так что в этом году мы буквально через 2 недели уже можем сказать, что получим немножко другой автовокзал, тот, который есть сейчас.
Ну, наверное, еще одна актуальная проблема – это ремонт городской бани. Она пользуется большим спросом у населения, она находится тоже в плачевном состоянии. Расскажите, пожалуйста, будут ли ее ремонтировать? Да, будут ее ремонтировать. Проблема есть. Мы как бы первоначально обрадовались и вышли на торги, но, к сожалению, никто из субподрядчиков на торги не вышел. Есть проблема, расскажу почему. Потому что смета, которая была сделана, она была сделана в прошлом году. По смете это было 44 миллиона рублей. Дальше, когда мы зашли на экспертизу, то нам это убавили до 34 миллиона рублей. Экспертизу мы прошли в прошлом году. И, может быть, было бы нормально, если бы... Вы знаете, что у нас буквально начиная с начала лета, да, цены выросли на строительные материалы в два раза. И та стоимость, которая была заложена всех строительных материалов в конце 2020 года, она сегодня не совпадает с той стоимостью, которая есть на сегодняшний день. То есть мы сегодня зашли по новой в экспертизу, да, чтобы пересчитали по сегодняшним ценам и добавили нам стоимость. Если же вдруг, значит, здесь в этот ремонт у нас входил и подвал, и первый этаж, и второй этаж, и еще и чердак входил. Да? Если вдруг получится так, что в бюджете не найдется денег, то мы хотя бы смету ее разделим поэтажно. И, конечно же, мы полностью должны будем отремонтировать этот второй этаж. Это там, где люди принимают все процедуры, которые нужны. А там проблема у нас большая проблема, во-первых, вентиляция. Нужно вентиляцию заменить обязательно. Это будет сделано. Дальше у нас текут бассейны, и бассейны, они у нас без фильтрации. Что происходит? То есть у нас каждую неделю наливают бассейн, бросают туда хлорку, и после того, как суббота, воскресенье там заканчиваются сеансы, эта вода сливается и опять наливается. Таких у нас два бассейна. В женском и в мужском отделении. Это большая кубатура воды. Да, то есть у нас сегодня стоит задача, во-первых, обследовать бассейны, не рухнут ли они, потому что они на втором этаже. Дальше заменить полностью плитку. А, наверное, это даже будет не плитка, потому что плитка, она имеет вес, и она не дает то качество, она все равно может каким-то образом пропускать воду. А сегодня есть очень хороший материал. Это специальная пленка, где штукатурятся стенки. Эта пленка голубого цвета. Очень красиво получается вода, как на море. Она очень хорошо моется. Да, и самое главное, что она очень устойчивая и не пропускает воду. То есть у нас... И нам обязательно нужно будет объединить эти бассейны и пускать их на фильтрацию, потому что сегодня хлорка – это уже прошедший век. Сегодня вода, есть жидкий кислород, где стоит аппаратура, которая повышает или понижает pH, добавляется жидкий кислород, это в жидком виде, в бассейнах нет запаха, и песок, и фильтрация, и идет циркуляция, и таким образом вот эту воду, так же, как в нашем бассейне у Фоки, да, которая не сливается, ее можно залить, и она будет долго-долго. Это нам даст, во-первых, качество, и нам даст экономику. Потому что набрать воду, слить воду, это, скажем, тоже это не дешево. Дальше у нас большая проблема во всех парилках. У нас и женщины, и мужчины любят пар. У нас сегодня все парилки, они на электрических тенах. Что такое электрический тен? Электрический тен в таком маленьком помещении, как парилка, они сжигают кислород. Да, они сжигают кислород, это раз. И это тоже очень дорого. Я вам скажу, что наша баня, она социальная. Мы знаем, что 200 рублей – это билет для всех желающих. И 100 рублей – билет для пенсионеров. Да, то это никак не окупает те затраты, которые сегодня несет баня.
И поднять цену у нас как бы не поднимается рука, да, потому что баня социальная. А для этого нужно понимать, где нужно найти экономию. Вот экономия на воде – это раз. И, конечно же, экономия, потому что, еще раз хочу сказать, что в парилках работают, парилки греют камни, электротены. Это электричество, это очень дорого. Мы сегодня написали заявление, подали Мособлгаз. У нас рядом по границе проходит газ. Мы получили уже, скажем, одобрение. Мособлгаз сказал, что точно мы вам даем. Уже придумали как, что это будет газ проведен через крышу. Эту парилка, с обратной стороны стоит горелка, внутри стоит котел, который, ну как в доме и в духовке есть горелка, который греет, так же самое здесь, который будет греть камни, при этом это будет экономно и при этом это будет небезопасно, потому что, как бы мы ни хотели, люди все равно воду лили на камни, а под камнями электрические тены. Если ее пробьет, то это тут мы уходим от безопасности, уходим от сжигания кислорода, и таким образом мы получаем еще экономию. Вот это мы должны обязательно сделать бассейны, обязательно сделать вентиляцию, обязательно сделать парилки и, конечно, сделать полностью косметический этот ремонт в самих залах, где помывочная, поменять те скамейки, где люди отдыхают, те стулья, поменять все камни, где тазы. Я надеюсь, что мы до Нового года получим другое хорошее помещение. Может, не удастся нам отремонтировать подвал и первый этаж, но обязательно сделаем входную группу. И как бы мы встречались с жителями, и сегодня стоит вопрос, где вот это время, где нам как бы куда сходить в баню. Да, мы знаем, что у нас есть коммерческая баня, одна в городе, и сегодня в коммерческой бане 300 рублей, льготных нету, и насколько я слышал, что с 1 числа повышает до 500 рублей. Пользуясь тем, что никуда ходить, 500 рублей, это сегодня уже, скажем, не каждый пенсионер сможет себе позволить. Мы на этой неделе выезжали в Миндюкинскую баню, это тоже наша баня муниципальная. Она, если брать, то по состоянию, наверное, чуть-чуть лучше даже, чем наша городская. То есть, если брать, она и покрашена, да, но там технические возможности не позволяют, потому что там вода греется за счет электротену. И когда идет наплыв посетителей, она не успевает нагреваться. И мы не сможем делать два сезона, то есть субботу и воскресенье. Это будет, наверное, только суббота. И скажет там по времени до 16.00 это будут женщины, а после 16 там, до 20 это будут мужчины. Мы хоть каким-то образом поможем так, что люди, если кто-то захочет, то с города поедут в Миндюкино и получат то удовольствие, которое они получают в бане. Виктор Анатольевич, нам поступил звонок, давайте послушаем. Давайте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Елена, всем добрый вечер. У меня такой вопрос. Во-первых, спасибо же, конечно, что восстановили даты на памятнике, но почему так долго тянули с этим? И почему вот нам пришлось ждать 3 года, когда же наконец-то они восстановятся? Спасибо за ваш вопрос. Елена, это непростой вопрос. С первого дня, как я только стал главой, ко мне приходили инициативные жители нашего города и говорили, что обязательно... Они приходили, люди, ко мне и как главе, и как секретарю местного отделения партии «Единая Россия». Я принимал людей то же самое, стоял этот вопрос. Мы начали понимать, начали принимать какие-то решения, что как это сделать. Это казалось не так все просто. Да, потому что сначала нам говорят, что их сняли и сняли на реставрацию. Мы начали выяснять по МБУ, по МКУ, по нашим учреждениям, кто снимал и куда дели эти цифры. Там не просто цифры.
Там еще есть, была снята пальмовая веточка, которая наверху, и сам венок, который между 1941 венок и 1945. Да, то могу сказать, что мы не обнаружили. Дальше, когда мы коснулись, что, а как это сделать, где это взять, то оказалось, что для того, чтобы их сделать, то сначала нужно найти скульптора. Дальше нужно их делать с гипса, да, потом отдать в мастерскую, потом их вылить из металла, ну там специальный сплав, алюминий или еще что-то. И это не все так просто. Мы начали разговаривать с Евгением Петровичем Шишковым. Да. Он говорит, что сделаем, сделаем, сделаем. Потом стал вопрос. Там не так все просто, потому что это все стоит 760 тысяч рублей. Не 76 тысяч, не 20 тысяч. 760. Да, и когда люди инициативные говорили, что давайте сделаем, давайте, давайте найдем спонсоров, или давайте мы как-то или скинемся, еще как-то, потому что с бюджета это практически, если бы мы делали за бюджетные деньги, то это бы еще было бы 2 или 3 года. Потому что это нужно принять бюджет, нужно вынести совет депутатов, потом нужно где-то найти денежные средства и так далее. Да, и было принято решение последний раз, когда пришли ко мне как в Единую Россию. У нас есть те, кто наши единомышленники, и мы тогда обратились Тула Машагро, Андрианову Юрию Михайловичу. Юрий Михайлович, не сможешь ли ты нам помочь профинансировать? Да, Юрий Михайлович сказал, что всю сумму нет, но 400 тысяч рублей дам, и проплатил первый аванс Тула Машагро. Их начали изготавливать, Шишков начал их делать в гипсе, пока сделал, пока отдали в мастерскую, и потом мы обратились в инвестпроект к Александру, и Александр еще проплатил тогда 360 тысяч рублей, и, скажем, таким образом у нас появился венок и появились цифры у нашего памятника. Спасибо огромное, хочу сказать, и Тула Машагро, и инвестпроекту за то, что они откликнулись и финансово помогли нам решить эту проблему. Через то получилось так долго. Спасибо, Виктор Анатольевич. У нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Вячеслав. Добрый день, Виктор Анатольевич. Вячеслав Мартынов. Я вот вам по такому вот вопросику. У нас вот первый микрорайон, где гимназия номер 2, где вот дома 27, 26, вот есть сквер, вот где карандаши, где вот сделали хорошую, классную губернаторскую площадку, вы в Косе, да, знаете, наверное? Ну да. Вот. И там вот есть вот небольшой вот сквер. Там 2 года назад была небольшая маленькая скейт-площадка для ребят, для нашей молодежи. Также было в 5-й школе, то есть приблизительно где-то 3-4 площадки было. Вот. И они как-то вот все пропали, сгнили уже, их все убрали. Также вот и вот в первом микрорайоне. Вот. Мы вышли с инициативой, обратились заявлением, написали на имя Чаклиники Юрьевича, чтобы нам помогли восстановить вот эту скейт-площадку. Ну, вроде там обещали, что помогут. Но также у нас вот жители просят там вот как-то обогородить вот это место, потому что там территория достаточно, ну, большая, то есть там много места. Просят сделать дорожки, вот что-нибудь вот в таком направлении. Нельзя что-нибудь вот как-нибудь вот подумать, что-нибудь сделать. Потому что вроде хотели с одним, вроде вышли с инициативной, чтобы скейт-площадку сделать. А в итоге как жители хотят там дорожку сделать через, получается, как это правильно, через детский садик, потому что мамы идут с колясками туда, вот зимой неудобно ходить. Это вдоль забора детского садика? Вдоль забора, да, вдоль забора.
Когда мы проводили опрос по жителям, чтобы мы собирали когда подписи, чтобы по поводу скейт-площадки, вот люди очень рады, говорят, что скейт-площадки надо сделать. Но также вот они чего хотели. Вячеслав, а там сегодня, сегодня дорожка есть, она есть натоптанная по грунту? Да. У нас такая же дорожка есть и возле второй школы. Я вам могу сказать, что у нас сегодня есть программа так называемая «Козьи тропы». И мы в этом году, сейчас буквально на следующей неделе, мы должны будем разыграться, выходим на торги. Таких 3 километра троп по всему Зарайскому округу мы должны будем делать. Я вот честно не могу сейчас сказать про все три, про все места, где это будет сделано, потому что эти места, где 200 метров, где 300 метров, где 500, где вообще там 50 метров. И так набирается целых 3 километра. Да, попали ли вот эти места или не попали, вы можете прийти в администрацию к Александрову Игорю и узнать, есть вот эта тропа, про которую вы говорите, или нету. Но то, что вы говорите, это правильно. Я даже, видите, вы еще сказали, я знаю, про что вы говорите, потому что я там был. Я был и у детского сада, и был возле второй школы. И действительно, и учителя говорили, и воспитатели говорили про те самые дорожки, про которые вы говорите. Это то, что касается дорожек. То, что касается скейт-парка. Скейт-площадка. Да, мы могу сказать, что это тоже не дешевое удовольствие. Это если, если делать ее хорошее, то в пределах 4,5 миллиона рублей. У меня есть ваше письмо, есть подписи всех этих детей, я так понимаю, да, молодежи, которые... У нас их в порядке где-то 200 ребят, которые занимаются и на доске они ездят. Я знаю, потому что... На самокате, когда они прыгают. Вячеслав, я практически, когда бываю очень часто в Беспятовской роще, и практически нету ни одного раза, чтобы ко мне не подходила молодежь и как раз не просила о такой площадке. Вы знаете, что они сегодня в первом овраге, они там в грунту занимаются, и они хотят... И мы хотели ее сделать. И когда мы планировали Беспятовскую рощу, и мы как раз... У нас в проекте и была такая площадка. Но вся проблема в том, что в лесу нельзя ни металла, ни бетона. Если бы это возможно было, то мы бы уже ее сделали. То есть мы это можем сделать на любой нашей территории, кроме леса. У нас такая территория есть свободная. Это микрорайон Южный, вы знаете, там есть футбольное поле. И там, где можно ее установить, можно действительно установить ее в первом микрорайоне. Но я вам скажу только, будет или не будет, когда мы будем принимать бюджет на 2022 год, мы попытаемся вынести это решение на совет депутатов и включить для того, чтобы мы могли построить такую площадку. Спрос действительно очень большой. Огромный, и да, постараемся ее сделать. Спасибо, Вячеслав, за ваш вопрос. Все. Спасибо, Виктор Анатольевич. Перейдем к вопросам, которые поступили на WhatsApp. Первый вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда повесят почтовые ящики в подъезде 4 по адресу улица Советская, дом 12? Ремонт в подъезде сделали 4 года назад, а ящиков до сих пор нет. Я не знаю. По-моему, в 2018 году почтовые ящики, они не были обязательным атрибутом, как сегодня ремонт подъездов, потому что сегодня обязательно то новый ящик, обязательно входная группа, сегодня уже обязательно плитка на площадке, пластиковые окна. В 2018 году было это или не было, не готов сказать, но по этому дому могу сказать точно, что ящики сегодня закупаются, и в этом доме я обещаю, что до конца октября ящики почтовые будут. Спасибо, Виктор Анатольевич. У нас опять поступил звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, Виктор, пожалуйста. Виктор Анатольевич, я Валерия Анатольевна. У меня вот такой вопрос. У меня ребенок инвалид. Я уже 4 года стою на очереди на квартиру.
Вот. И я хотел бы вот узнать, когда детям-инвалидам, кто стоит в очереди, будут квартиры предоставляться. Я была у вас на прием в 2019 году в мае. А вот. Ну и сказали, что в 2020 году решим как бы вопрос. Ну, я звоню, мне только говорят, что детям-сиротам, а вот дети-инвалиды хоть когда-то квартиру будут давать. Валерия Анатольевна, это действительно так, что сегодня нет такой программы, где бы мы могли бы или многодетным семьям, или детям-инвалидам давать квартиры. Только в порядке общей очереди, если вы стоите в очереди. К сожалению, так, чтобы взять квартиру и дать, мы этого не сможем. И у меня нет такого права. И нет такой программы в Московской области. Потому что для детей-инвалидов есть другие социальные льготы, там пенсии, лечение бесплатное, коляски и все остальное. Это есть. Да? А квартиры мы детям-инвалидам не даем. А как не дают? Я вот пятый по очереди, уже 4 года стою. Значит, вы стоите, подождите, вы, наверное, стоите в общей очереди на социальное жилье. Если вы стоите в общей очереди на социальное жилье, то вы ее получите тогда, когда подойдет очередь. Подойдет, если я 5-4 года стоять? То, может быть, и подойдет. Мы можем дать социальное жилье, мы его не строим. Мы ее можем дать только тогда, по соцнайму, когда оно будет освобождаться. Кем-то освободиться, и таким образом даем. К сожалению, у нас сегодня действительно очередь практически не двигается, потому что мы социального жилья сегодня не строим для того, чтобы выдавать вот в таком случае. Мы его строим, жилье социальное, но это только для тех, кто попадает под аварийное переселение. Спасибо, Валерия Анатольевна, за ваш вопрос. Следующий вопрос. Стоим на очереди на улучшение жилищных условий более 30 лет. Как обстоят дела со строительством нового жилья для очередников? Фадеева Марина Викторовна. Тот же вопрос, Мария Викторовна, что мы действительно сегодня не строим и для очередников выдаем только, еще раз повторюсь, зайду по второму кругу, что выдаем только по соцнайму то жилье, которое освобождается. Могу сказать, что на начало года по соцнайму у нас было 325 человек в очереди. На сегодняшний день 314. Но это не из-за того, что мы кому-то дали жилье. Это из-за того, что кто-то за это время приобрел жилье, и он уже не имеет права на другое жилье. То есть люди стояли-стояли и сами или построились, или получили землю, да, или каким-то образом. Еще есть, скажем, те неприятные случаи, которые уже не дожили до этого времени. И таким образом у нас очередь уменьшилась, но не из-за того, что мы кому-то дали. И у нас даже не предвидится того, чтобы давать квартиры. Нет сегодня таких программ уже. Спасибо, Виктор Анатольевич. У нас есть еще звонок. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Петровна. Меня зовут Елена Петровна. Задавайте вопрос. Мы вас слушаем. Я житель деревни Перепелкино. Мне хотелось бы узнать, когда, наконец-то, мы хоть как-то сможем проехать. Можно я перебью? Елена Петровна, пожалуйста, либо убавьте звук на своем телевизоре, чтобы не было искажений, либо дальше отойдите я от телевизора. Убавила. Да, я... спасибо большое. Елена Петровна. И как я должна... Да. Я у вас был в пятницу. Вы были? Да. И мечтали, что во вторник хотя бы песок. Да. Разровняют. Елена Петровна, смотрите, скажите, у вас сегодня центральная дорога, сегодня идет полным ходом, идет завоз песка. Могу принести свои извинения, сказать точно, что я действительно обещал вам, что во вторник к вам придет бульдозер, разровняет и придет каток, который
все уплотнить для того, чтобы вы смогли выехать. Вы даже не поверите, что мы и загрузили бульдозер, подрядчик, и он к вам поехал, но, к сожалению, сломался. Елена Петровна, еще раз примите извинения, но мне подрядчик уже обещал, что в субботу, вот завтра, что у вас точно будет бульдозер. И до конца, до конца воскресенья вам дорогу и разровняют, и сделают. Вы поверьте, что это под особым контролем. Мы даже уже вплоть до того, что связались с другими местами и хотели в совхозе Макеевском взять бульдозер, но не получилось. Елена Петровна, чуть-чуть еще подождите, а вся дорога у вас точно до 15 сентября вы должны уже получить асфальт. Не только песок разровнять, а получить асфальт и полноценную дорогу. Верится с трудом, но спасибо, что не отказали. До свидания. До свидания. Спасибо за вопрос, Елена Петровна. Следующий вопрос, который пришел на WhatsApp. Основой экономического развития является транспортная доступность. Есть ли планы на организацию железнодорожного сообщения до Зарайска? Это вопрос очень серьезный, и он очень непростой. Мы сегодня над этим вопросом уже работаем 2 года. Мы написали все письма, все министерства, было совещание. И хочу сказать, что дорога, она принадлежит РЖД, да? И сегодня стоит вопрос для того, чтобы сюда сделать дорогу, для того, чтобы пустить пассажирский транспорт, да, то это будет неэкономически. Потому что если сюда пойдут поезды, пойдут вагоны или электричка, то мы не наберем того населения столько, чтобы это все оправдать. Нам не отказали. Говорят, что мы будем прорабатывать, но у нас есть другой еще вопрос по железной дороге, потому что у нас сегодня очень огромный элеватор, у нас сегодня предприятие «Агрохимия», которое поставляет все удобрения, дальше у нас нефтебаза, дальше у нас сегодня мы видим, что идет стройка для приема битума, это битум, это будет хранилище, которое битум. И как раз для грузового транспорта эта ветка нам для города очень-очень необходима, именно как раз для экономики, для того, чтобы работали наши предприятия. И мы закрыть эту дорогу не дадим, потому что и с губернатором разговаривали, и с Министерством транспорта, и РЖД, потому что РЖД готовы были даже сегодня в целях своей экономии даже закрыть и грузовую ветку. То есть вот это допустить ни в коем случае нельзя, потому что мы потеряем экономику нашего города. А по поводу пассажирского транспорта будем прорабатывать, будем надеяться, но обещать точно не могу. Спасибо, Виктор Анатольевич. Следующий. Поступил звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. А можно узнать тему. 23 июля я была на приеме, я член Союза пенсионеров, была как раз у нас Виктор Анатольевич прием осуществлял. А как вас зовут? Скажите, как вас зовут? Как вас зовут? Любовь Эдуардовна. Так. Да, продолжайте. Я была на приеме у вас 23 июля в Союзе пенсионеров. Так. Вот. Вопрос был такой. Конечно, многие вопросы вы решили положительно. Я благодарна вам, Виктор Анатольевич. Выражаю прям глубокую благодарность за ваше прекрасное отношение к нашей молодежи и к нам, к людям. Но вот такой вопрос по нашему подъезду. То есть улица Советская, дом 33. И я обращаюсь по ремонту подъезда нашего. В чем проблема? То, что нас поставили на 21 год, ну, как раз был коронавирус, нас перенесли на 22 год. Старшие подъезды, ее сейчас нет живых, и вот как бы документов никаких нет, но у нас большие проблемы. Дому 62 года. Мало того, что 2 раза зимой, у нас это запечатлено на фотографиях, выпадали стекла из наших гнилых окон в подъезде. 3-го этажа – это хорошее стечение обстоятельств, что ничто не случилось, когда падали стекла. В подъездах у нас полы все цементированы, все сыпется. Мы
Долгов у нас нет. Мы здесь и пенсионеры такие, мы стараемся для всего того, чтобы у нас как бы все оплачено было. Ну, и мы тоже хотим жить в хорошем, чистом подъезде. И как бы, чтобы не случилось никакой беды. Очень, значит, короче, после вот того, как я у вас была, 23 августа, я пришла в Союз пенсионеров, как раз встретилась с Еленой Алексеевной Белкиной. Мы как бы там начали звонить Иванову в МУП, пока никаких ответов нет. Ну, хотелось бы знать ответ. Любовь Эдуардовна, я не могу вам прямо сейчас сказать спасибо за то, что вы говорите спасибо, потому что как раз Союз пенсионеров и все пенсионеры, знаете, это прям мои помощники, я люблю всех пенсионеров и всем, чем могу, спасибо. Всем стараюсь вам помогать и автобусы давать на экскурсии и устраивать какие-то чаепития. Жалко, что у нас прошлый год нам не позволил такие вот массовые. Ну, да, очень жалко. Массовые. Я надеюсь, что мы обязательно это возобновим. Это. Елена, это, Любовь Эдуардовна, я вам, если вы дадите номер телефона, то по вашему подъезду я вам отвечу в понедельник во второй половине дня. У нас, чтобы вы понимали, у нас сегодня в городе, в городском округе более 1200 подъездов. 1200 подъездов. И практически очень много в плохом состоянии. И мы в этом году всего делаем 74 подъезда. И со всех. И таких просьб, как у вас. В курсе вы говорили мне это на да, таких, приеме. Таких просьб, как у вас, очень много. И мы делаем, и я надеюсь, что мы и будем продолжать с каждым годом все больше и больше их делать. Но если даже в этом году не получится, то я вам точно обещаю, что я сделаю все для того, чтобы вас включили в программу на следующий год. Если вы не стоите в программе на этот год. Виктор Анатольевич. У нас остался номер телефона. Спасибо, Любовь Эдуардовна. Угу. Вы самый главный, спасибо, вы самый главный себя берегите и передавайте привет всем своим спасибо. Подружкам от меня. А вам всех благ и всем вашим родным и близким. Спасибо, что вы нам делаете добро. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Виктор Анатольевич. Следующий вопрос, который поступил на WhatsApp. Гуляли весной по новой набережной. Спасибо, но не предусмотрены водоотводные каналы. Талые воды стекают хаотично через дорожки, и на некоторых участках дорожки были подтоплены. Да, это действительно так, потому что все, что мы делали согласно проекту, то, что было запроектировано. Да, и проектанты, видно, не предусмотрели, что в этом году, вы помните, какая была зима, и еще весна была дружная, когда пошла вода талая, и она действительно пошла сверху, пошла через саму плитку. Там не плитка, а через отсев. Да? И когда идет вода, она еще с собой наносит грязь. Конечно, это все было быстро убрано, и вопрос стоит, что это набережная, где копать практически нельзя, металл нельзя, бетон нельзя, и надо что-то будет предусмотреть, а то как-то делать прокол, делать какую-то лемёвку, собирать. Это не единственный недостаток. Этот недостаток действительно был. Мы обязательно, что вот этой весной, которая будет, еще раз увидим. Сейчас мы осенью делать ничего не будем, потому что надо еще раз будет вызвать проектантов, строителей. И когда вот пойдет вода, тогда мы должны понимать конкретно быть, как она идет, откуда идет, в каком количестве идет, чтобы понять, какое нужно сечение трубы туда заложить или какой лоток заложить. Это если брать то, что касается. Но там есть другие недостатки, я уже про них говорил. Есть и недостатки, где, скажем, не предусмотрена вода. Люди покупались, ноги в песке, а воды нету. То есть люди с собой берут или бутылку, или еще. Хорошо, мостики есть, да, где можно с мостика достать водой до воды, и как бы, но это неправильно. И есть недостатки, мы их обязательно все устраним. Спасибо, Виктор Анатольевич. У нас поступил еще звонок. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос.
Меня зовут Екатерина Викторовна, поселок Чистильщиков, дом 4. Мы уже не первый раз обращаемся к Виктору Анатольевичу по поводу горячей воды. В нашем доме с 95-го года нет горячей воды. Вот прошлый прямой эфир, ну, месяца два назад, Виктор Анатольевич сказал, в понедельник займусь вашим вопросом. Но время уже прошло, а вопросом никто не занялся. Сегодня слышу, во всех деревнях ставят котельные, беспокоятся о горячей воде. Ну, о городе, наверное, тоже надо подумать. Мы живем в черте города. Мало того, что дом весь, посмотрите, хотя бы приехать, он весь облупился. С той стороны дома кирпичи летят людям на голову. Мы белье вешаем на улице, боимся выйти, прибьет кирпичами этими. Уж, пожалуйста, обратите внимание на наш дом. Еще раз адрес. Повторите адрес. Поселок Текстильщиков, дом 4. Скажите, пожалуйста, а ваш дом, он не признан аварийным? Нет, конечно, что вы, нет. У нас прекрасный дом, просто его привести в порядок. Наш дом прекрасный. Третий дом признан аварийным, а четвертый нет. Большой многоэтажный четырехэтажный дом, 31 квартира в нем. Угу. Прекрасный дом у нас. В подъездах вот сделали ремонт. Ну, спасибо, конечно, большое. Где-то есть какие-то недоделки, но, в общем-то, спасибо. Но что внешний вид дома, это ужасно. Все лупится, все это. Его делали, я не помню, в каком году, лет, наверное, 10 тому назад, зимой. Представляете, что такое зимой штукатурить дом? Иностранцы делали. Все это теперь у нас отваливается, все на голову людям летит. И горячая вода, это прям, вы знаете, вот проблема. Мы уже все разорились с этими вот водонагревателями. Спасибо, они горят. Екатерина Викторовна, спасибо за вопрос. Екатерина Викторовна, я так понимаю, вы же знаете, да, что это проблема не только вашего дома, и соседних домов то же самое, где нету горячей воды. Ну, конечно. Но я вот о своем доме волнуюсь. Вот смотрите, у нас не получится делать один дом. Мы уже прорабатывали как раз и текстильщики прорабатывали, и ЗСМ прорабатывали. Для того, чтобы давать горячую воду, то не получится в один дом. Потому что то, что вы сегодня слышали, это нужно менять полностью во всем районе теплотрассы. У вас там сегодня идет двухтрубчатое исполнение, две трубы, которые идут только на отопление. Для того, чтобы дать горячую воду, то полностью нужно менять все теплотрассы и делать в четырехтрубчатом исполнении. У нас это в планах есть. У нас, если это получится, то на следующий год, если получится, потому что это большие деньги, на ваш этот весь там этот куст, на этот куст, это нужно в пределах 80 миллионов рублей. Для того, чтобы завести воду только в дом. Только в дом. Да? Но у нас это есть, потому что для МУПа это будет большая экономия. На самом деле. То, что сегодня у вас там еще и трубы сверху идут, и отопление сверху идет. Там у вас действительно очень плачевное состояние всех тесильщиков. Это не только ваш дом. И если это будет дана горячая вода, то мы не сможем дать горячую воду конкретно в какой-то дом. Это будет сделано в каждый дом. Чтобы я еще говорил, я понимаю все это. Мы даже согласны, чтобы газовые колонки нам помогли. Какую-то часть, город помог, а остальное мы сами оплатим, что надо там. По газовым колонкам сегодня идет большая работа. Ведем переговоры. Но газовую колонку поставить не проблема. Сегодня в этих домах очень большая проблема – это вытяжки. Потому что газовая колонка без вытяжки не будет работать. А тут у вас там вытяжки, если они даже есть, то они не в том состоянии, не того сечения, которые должны быть. И эта проблема, если бы была бы проблема, не было проблемы с вытяжками, то вам бы давно уже установили бы все колонки. Ну, сейчас вот эти новые дома строят, у них вытяжки на улице прям выходят из каждой квартиры. Это же, наверное, не такая уж проблема. Ну, если вы... При желании. Давайте так, я не готов сейчас сказать, правда. Если вы готовы сказать, что я сделаю вытяжку и разрешите мне подключить газовую колонку, то я думаю, что запрета, наверное, не будет. Я сейчас запишу у вас вопрос. Я во вторник встречаюсь с Мособлгазом.
и обязательно подниму вот эту тему, что если будет вытяжка, разрешать или не разрешать, потому что сегодня мне такой же вопрос задавали. Это улица Карла Маркса и улица Ленинская, дом да, на углу. И у них там тоже пол дома, где колонки стоят, а пол дома, где колонки не стоят. Но значит, начали разбираться, почему нельзя поставить колонки, и Мособлгаз говорит, что у них вытяжки не предусмотрены для того, чтобы установить газовую колонку. Это проблема как бы всех старых домов, где вот такая проблема. Я вам обязательно, если вытяжки позволят, то их установят, а так, чтобы была централизованная вода горячая, то она будет по всему ЗСМ. Она не может быть отдельно в какой-то дом. ЗСМ, там газовые колонки у всех стоят. Вы немножко путаете ЗСМ и текстильщики. Я вам говорю и по ЗСМ, и про текстильщики. Практически вы там на одной теплотрассе и ищи одной котельной. Ну, конечно, теплотрасса одна, конечно. Да. Только они с горячей водой, не газовые колонки стоят, а у нас... Я вас поняла, в общем-то, ждать нам нечего. Нет, есть чего. Есть чего. Я говорю, что во вторник я буду разговаривать с Мособлгазом. А ну, вообще хорошо. У нас в планах полностью там заменить теплотрассы и пустить четырехтрубку. И провести воду всех в дома горячую. Еще раз спасибо. Спасибо за вопрос, Екатерина Викторовна. Я хочу напомнить, уважаемые телезрители, чтобы не было искажения звука во время звонка, подальше отойдите от телевизора или убавьте звук на нем. Следующий звонок, следующий вопрос, который поступил на WhatsApp также от наших жителей, звучит так. Вход в ЗАГС выглядит удручающе. Планируется ли реконструкция и благоустройство прилегающей территории? Тротуар между ЗАГСом и первым этажом также в плачевном состоянии. Вот где давно необходимо поменять бордюры. Кто вопрос задавал? Не подписано. Тогда могу сказать, ответить на этот вопрос всем жителям, потому что этот вопрос интересует всех. Он и интересует нас не меньше, чем всех жителей, потому что действительно, смотрите, мы сегодня делаем Парк Победы. Это будет очень красивая и привлекательная зона. Да, у нас на следующий год, я, может быть, забегаю вперед, мы сделали проект. Очень хороший проект. Это на улицу Советскую и на улицу Октябрьскую. То есть улица Советская от Карла Маркса до Октябрьской. И сама улица Октябрьская от пересечения Советской как раз до Комсомольской, до ЗАГСа. Это будет совершенно новая территория. Это будут новые тротуары. Это будет новый асфальт. У памятника Ленина это будет совершенно другая зона. Напротив администрации, где администрация и Пятерочка, вот эта лужайка, это будут фонтаны, скамеечки, это будут высаженные цветы, высаженные деревья. И вся вот эта зона, она получится не хуже, чем улица Красноармейская, чем площадь Революции. Она у нас идет до Октябрьской. Октябрьская и площадь вся, которая у ЗАГСа, она тоже попадает в это благоустройство. Я боюсь испугнуть, но уже примерно на 90% это очень дорогой проект денежный. Это большие затраты, потому что здесь не только тротуары и благоустройство. Да? Если мы заходим на улицу, то это будет большое неудобство для наших жителей. Потому что нам придется перекопать всю эту улицу и закрыть движение. Потому что делать на улице благоустройство и не поменять теплотрассы, не поменять канализацию, воду и все остальное, то это будет неправильно. И нам придется, то перед тем, как зайти, это нужно все будет раскопать, поменять все теплотрассы. Дальше у нас по этой улице идут столбы. И линии электропередач тоже идут вдоль улицы. То, что портит весь вид. Нам нужно еще будет все электросети тоже их убрать под землю,
это большие такие коммуникационные работы, а после этого благоустройство. Но у нас это все запланировано на следующий год. И если у нас ничего опять не произойдет, никакой новой пандемии не будет, то мы обязательно приступим. И к концу следующего года мы получим еще и улицу, и площадь возле ЗАГСа. Мы надеемся. Я сейчас говорю, что только на 90%. Чтобы потом не говорили, что Виктор Анатольевич, вы нас обманули. Я боюсь обманывать, но надеюсь, что будет так. Спасибо, Виктор Анатольевич. Поступил звонок. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, задавайте меня вопрос. Меня зовут Ирина. Ирина. Добрый вечер. Виктор Анатольевич, хочу вас поблагодарить, вас и всех, кто принимал участие в организации и проведении праздника 870-летия города Зарайска. Все было очень замечательно. Но звоню я вам с просьбой или с предложением. Я не знаю, как это правильно озвучить. Да давайте как есть. Я думаю, меня поддержат многие зрители, жители города. А так как у нас праздники проводятся на площади Революции, хотелось бы пожелать, чтобы для выступающих людей, для танцоров, для певцов, ставилась небольшая сцена и навес, потому что когда идет дождик, это не очень удобно. Когда танцуют дети на поверхности, да, там она все-таки неровная, дети тоже могут получить травмы. Вот. Я так думаю, что можно как-то подумать насчет этого. Спасибо, Ирина. Ирин, я хочу вам сказать, что у нас теперь будет очень хорошая площадка с хорошей сценой, с навесом с хорошим. Это в Победе. Правда, там это, может быть, это будет не столько места, сколько сегодня у нас есть на площади Революции. Да, но я вам скажу, что в Победе там сегодня есть амфитеатр, где будут три ряда скамей, где можно будет и посидеть, и сидя наблюдать за концертом. Это будет большая площадка в плитке, внизу у самой сцены, и сцена будет профессиональная, постоянная, не та, которая монтируется, демонтируется. И мы получим еще одно прекрасное такое место, которое будет постоянное, и все те праздники, которые мы понимаем, что будет там не более 2-3 тысяч людей, то мы будем их проводить в Победе. Конечно, такие праздники, как День города, то там было более 15 тысяч человек. И сцена, она же была все-таки с накрытием. И на сцене тоже было как бы места мало, но понятно, что не для детей там было, для танцев, потому что там действительно 3-4 человека уже было тяжело разойтись на этой сцене. Ирина, так что не переживайте, мы получим очень хорошую сцену. Плюс у нас теперь будет еще одна сцена. Это вход в само здание в ДК Леонова. И мы получаем возле памятника Леонова впереди еще одна хорошая площадка для массовых гуляний. И я вам скажу, что у нас еще получится тоже очень хорошая площадка с сценой, с постоянной. Там получается и сцена, и как бы такой парапет. Это в ДК, который мы сегодня ставим, в Карину. Это получится еще одна площадка. Так что мы с вами до конца года еще получим 3 станционарных площадки, где можно будет проводить массовые гуляния, но только не в большом таком коллективе. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам. Спасибо, Виктор Анатольевич. Следующий вопрос – это из серии вопросов с Бродова Олега. Также волнует восстановление торговых рядов в исторической части города и непрезентабельный вид автовокзала как раз. Вот. Здание бывшего Пиропуха, а также дома на пресечении улицы Карла Маркса и улицы Ленинская, дом Локтева. Этот вопрос. Спасибо Олегу за такой вопрос. Олег, действительно, я его хорошо знаю, это молодой инициативный
человек, который переживает за наш округ, он и переживает и за дороги, и за автобусные остановки, и за то, что все, что происходит в городе, иногда дает хорошие советы, правильные. Хочу Олегу ответить, что по поводу автовокзала, да, мы уже ответ практически получили, что уже приступили к ремонту. То, что касается, у нас там стоял вопрос еще по дому Локтева. Здание бывшего Пиропуха, а также дом на пресечении улицы Карла Маркса, да, и Ленинской. Смотрите, мы сегодня ведем большую работу, мы ее ведем уже 2 года. И я вам когда-то говорил, что есть фонд БРИКС, который готов выделить единственному городу Московской области, историческому малому городу Московской области, 28 миллионов долларов. Это большие деньги. И с одним условием, что если бюджет Московской области добавит не менее 25%. То есть, чтобы вы понимали, это примерно 2,5 миллиарда. Для нас это сказка. И мы далеко и не верили в это. Да, и потому что это должно было все случиться в 2020 году. 2020 год, он как бы затих. Да, наверное, это все было связано с пандемией. Могу сказать, что в апреле месяце этого года это все возобновилось. Мы начали все администрации и МУП быстро над этой работать, потому что это очень-очень много документов. Мы подавали много туда зданий, те, которые по тем или иным причинам фонд сказал, что нет, они не подходят, потому что кто-то где-то еще дом есть разрушенный, а в нем кто-то прописан. Да? Вот этот дом не подходит. Вот это не подходит, потому что другие причины. То могу сказать, что дом Локтева точно попал. И вместе с домом Локтева еще 6 помещений. Это все дома, те, которые имеют объект культурного наследия, которые мы не можем продать, потому что практически никто не решится купить такой дом. Потому что для того, чтобы его восстановить, то это практически простому человеку будет очень тяжело. Сегодня все эти 6 домов, они у нас включены в программу. И все они у нас расписаны, где будет музей, где будет художественная школа, где будет выставочный зал. И эта программа, она 5-летняя. Сейчас мы ее до конца дорабатываем. В следующем году начнется проектирование. И мы надеемся, что или конец 2022 года туда и попала дача Редерсона. Она будет тоже полностью восстановлена. Ее включили в этот список вместе с той территорией, которая есть. Да? Сюда попали все улицы старого города. Это где будет благоустройство. Сюда попало то, что еще будет 2 КНС-ки, и сегодня в старой части города, где нету канализации, мы должны будем ее сделать. Туда попал полностью овраг речки Монастырки от реки Осетр до автовокзала. Это должен быть полностью вычищен этот овраг. Должны будут сделаны пешеходные тропки, чтобы гулять, скамейки. Если это все произойдет, то мы сможем поменять полностью все коммуникации, где их нету, их провести во всей старой части города, благоустроить все эти дома. И все эти дома, они наши муниципальные, они остаются наши муниципальные. И они останутся в городе. Могу сказать, что эскиз уже на дом Локтева есть. Это очень красивое здание. Так что, если еще вот это все получится, то это нужно еще 2-3 года для того, чтобы это все увидеть, на самом деле, что это такое есть. Но эта программа работает. И я вам скажу другое, что когда приехал фонд, как раз в Питере был форум. Да, и фонд приехал и говорит, как раз на первый день начала форума в Питере, представитель фонда говорит, что не подписан еще указ, и
с Лидией Сергеевной, с Кочергаевой поехали они смотреть еще раз дома. И приезжают в 15.00, заходят довольно радостные и говорят, что пока мы ходили, то Мишустин подписал указ для того, чтобы Зарайску дать эти деньги. Все, обратного пути нет. То, что в Зарайске это будет, а теперь это точно. Спасибо, Виктор Анатольевич. Еще поступил звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Можно говорить, да? Да, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Надежда Владимировна зовут меня. Задавайте вопрос. Жительница деревни Козловка. Задавайте вопрос. Виктор Анатольевич, мы с вами уже знакомы, я к вам подходила по поводу квартиры. Да. Большое, как бы, работу, ну, ведут, как бы, движение есть немножко, пока только возят, вот, как землю, что для плотины. У нас другой сейчас вопрос стоит. У нас в деревне есть медпункт. У нас фельдшер, ну, уже в возрасте. Она сейчас собирается в отпуск, вот, с 1 числа. Но за нее никого здесь не будет. У нас очень много детей в деревне. И как бы, ну, я и сама как бы сейчас уже вот мамой стала. И хотелось бы, чтобы у нас как бы был хотя бы вот замен фельдшер, хоть чтобы за нашими детьми кто-то смотрел. Надежда Владимировна, вы сейчас про какую деревню говорите? Деревню Козловка. Не, потому что, как бы, вы когда сказали, что плотина, то плотина это в другую деревню, это у нее Козловки. Не-не-не, в Козловке у нас тоже, вот я к вам подходила уже неоднократно, помню, по поводу плотины. Да, но там сейчас вот землю возят, но еще пока не разравнивают. Надежда Владимировна, а вы самого фельдшера не спрашивали, вместо нее кто-нибудь будет или не будет? Нет, я у нее спрашивала, она сказала, она вообще сказала, что я написала заявление, так как уже, ну, в возрасте, как бы, ну, хочу уходить. Но, как бы, мое заявление, ну, как бы, сказали, что пока поработайте, как бы, мы хотим, чтобы вы работали. А за нее никого, сказали, мы за вас никого не будем ставить, то есть за нее никого не будет. Надежда Владимировна, у нас будет эфир с главным врачом. Вы можете задать этот вопрос как раз в эфире предстоящем. Вот вы зададите главврачу, а я сегодня после эфира буду его видеть и обязательно его спрошу. И давайте тогда или я, или кто-то от меня, или мой секретарь в понедельник, вторник вам на этот вопрос ответит. Да, потому что у нас много детей, и хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы раз-два в неделю, как вот раньше было, как бы в соседней деревне приезжал фельдшер, и как бы наших детей приезжал осматривать. Надежда, можно вам вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, у вас что-нибудь с теплом и с горячей водой поменялось? Я в том смысле, что у вас ее никогда не было, вы же ее только получили перед Новым годом. Ну да, ну у меня как бы сначала первоначально были там жалобы, я обращалась в МОПИХ. Я сейчас не про жалобы, вы скажите, вот как вы жили раньше и то, что есть сейчас, перемены есть, лучше стало? Нет. Конечно, неужели хуже, горячая вода, замечательно, вообще просто приходишь и уже не задумываясь, чтобы тебе бойлер там включить, пока он нагреет, ты приходишь, заходишь в теплую ванну, наливаешь воды. Надежда, я помню... Я помню одно собрание у вас осенью, когда мы как бы обещали горячую воду, тепло вам уже дали, а с горячей водой мы еще опаздываем. И жители собрались, это между домами, и одна из жительниц, это деревня, в которой никогда не было горячей воды. И одна из жителей деревни Козловка мне говорит: «Виктор Анатольевич, у вас совесть есть или нету? Уже целую неделю нету горячей воды». А хорошему быстро привыкаешь. Нет, дело в том, что мы на неделю позже дали. Это не то, что она была и прекратилась. Целую неделю у нас нету горячей воды. Ну, не все же сразу бывает. Тоже надо же понять, что пока все это наладится, пока все настроится. Надежда Владимировна, спасибо за ваш вопрос. Эфир с главным врачом состоится 2 сентября. Спасибо, Виктор Анатольевич.
А мы вам или в понедельник, или во вторник я вам дам ответ. Кто-то от меня обязательно позвонит и скажет по поводу врача. Следующее обращение также от Сбродова Олега. Пишет: жители деревни Михалева благодарят за участие в сходе жителей. Надеемся на дальнейшее содействие в решении насущных проблем. Следующее обращение от Юрова Константина Сергеевича. Когда все-таки будет сделан капремонт в амбулатории поселка Зарайский? Спасибо за хороший вопрос. Константину Сергеевичу могу сказать, что мы над этим работаем уже год. И перед тем, как приступить еще к ремонту больницы, основного корпуса, да, инфекционного отделения, то мы обращались неоднократно в министерство. У нас из 6 амбулаторий, то у нас 2 в очень плохом состоянии. Ну, не сказать, что прямо в критическом, но в плохом состоянии. Это совхоз Зарайский, поселок Зарайский, да, и Миндюкино. Потому что я объехал лично все амбулатории, посмотрел, и там нормально. А вот в этих двух они все требуют не то что косметического, они требуют капитального ремонта. И могу сказать, что буквально мы с главврачом месяц назад еще раз были у нашего министра Светланы Анатольевны и просили о помощи, где она сказала: хорошо, я вам помогу и выделю вам деньги для ремонта. Мы сделали сметы. Сегодня сметы зашли в экспертизу. Как только они выйдут из экспертизы, мы будем подаваться на тендер, на конкурс. И надеюсь, не надеюсь, а у нас других вариантов нету, потому что если деньги дадут, то эти деньги, они этого года. И до конца этого года мы, хоть Константин Сергеевич просил там сделать крыльцо, заменить дверь, хотя бы там... Да, как раз вот хотя, есть фотографии. Да, хотя бы что-то там сделать. Могу сказать, что это будет не что-то, это будет капитальный ремонт. Это будет и благоустройство на улице с крыльцом, и с тротуаром возле этой амбулатории, и полностью весь ремонт внутри, и кровля туда тоже входит. Так что жители... Мы бываем часто в этом населенном пункте, потому что мы там и котельную делаем новую, и там были большие проблемы зимой с теплотрассами, которые мы тоже должны заменить. И мы в этом году открыли губернаторскую площадку, и теперь остается для полного счастья этих жителей, что сделать амбулаторию. И мы ее тоже сделаем. Спасибо, Виктор Анатольевич. Следующий вопрос от Елены Давидович. Здравствуйте, я жительница деревни Миндюкино. Два насущных вопроса. Два вопроса. Успеет ли закончить дорогу в срок? А также немаловажный вопрос по канализации. Если ее не возьмут на обслуживание, дети в сентябре смогут ли пойти в школу, так как школа подключена тоже к этой системе канализации? Давайте по начало одно. Сначала по дороге. Дорога, она сегодня, работы ведутся. Дорога очень сложная, дорога с ливневкой, дорога с тротуаром и дорога с освещением. По всему этому поселку освещение уже сделано. Осталось поставить столбы вдоль тротуара. И сегодня идет разметка тротуара. Мы надеемся, что в понедельник уже будет натянута веревка, край тротуара. На следующей неделе мы должны установить освещение вдоль той дороги, которая строится. Дорогу мы должны полностью завершить до конца сентября вместе с тротуаром и ее сдать. Да? Теперь то, что касается канализации. То, что сейчас говорят, возьмете на обслуживание канализацию, и канализация, которая в школе, это две разных канализации, не касаясь друг друга. Ко мне приходят жители, ко мне приходит тоже Константин Юров, да, чтобы сегодня, чтобы понимали, что та канализация, которую они просят взять ее на баланс, первая линия вдоль дороги, да, где стоят коттеджи, которые были построены
еще при колхозе. И в свое время была канализация, был прокол под дорогой, и даже не знаю дальше, куда она шла. То есть мы сегодня, не сегодня, а мы еще прошлый год, ее обследовали, эту канализацию, да, и чтобы ее сегодня сделать, это нужно делать по новой прокол под дорогой, и очень большое расстояние ее нужно прокладывать до самих очистных сооружений, не в школу, про что сейчас говорят, а до очистных сооружений, потому что если к этой канализации подключится весь поселок, а там 360 домов, то сечение той трубы, которая есть сегодня действующая в самом поселке, она не даст возможность. Да? То есть как бы мы не можем подключиться к той трубе. То, что они говорят, что там вот 50 метров, сделайте прокол. Прокол-то можно сделать, но сечение не позволит. Это нужно полностью делать новую канализацию до очистных сооружений. И если делать всего поселка, вчера буквально только на совете депутатов мы это обсуждали, то мы прикидывали, там только проектирование под 15 миллионов рублей. И под 170 миллионов рублей это работа. Это не 7 миллионов, а 170 миллионов. Да? И если мы, во-первых, эти деньги не найдем. Такие. Если мы даже их найдем, эти деньги, на следующий год, тогда мы можем забыть про все другие работы во всем округе. Потому что мы можем забрать деньги со всего округа и сделать один объект, который есть. Это еще полбеды. Вопрос другой, что для того, чтобы сегодня их подсоединить к этим очистным, весь этот квартал, он довольно большой, да, то нам сначала нужно сделать сами очистные. У нас сегодня те очистные, которые есть, они не смогут принять столько, сколько планируется. И для этого сначала нужно вложить деньги в очистные сооружения, построить практически новые очистные сооружения, потому что они в очень плачевном состоянии. Они практически, их нужно точно перестраивать. И если сегодня стоит вопрос, что в первую очередь нужно сделать, очистные, да, которые, ну, очистные, это где-то примерно 1,35 миллиона, чтобы их сделать. А вся теплотрасса 170 миллионов. Я сегодня не позволю себе, если бы у меня были вот эти 170 миллионов, то могу сказать точно, что я бы на этих 170 миллионов я бы еще сделал 10 населенных пунктов, 10 деревень, куда не может проехать скорая. Ну, просто не может проехать скорая. Да? Я бы еще сделал бы, построил бы 2-3 дома и переселил бы тех людей, потому что сегодня люди, которые приходят, вчера вот прямо они с эмоциями, сейчас сами начинают заводиться, потому что вы не люди, вы не понимаете, вы не хотите нас, вы нас не слышите. Мы вас и хотим, и слышим вас. Но есть другой вопрос. Вы, наверное, не были сегодня в городе и не видели те дома, и не видели те квартиры, где людей на улице общий туалет, вы сегодня просите канализации, потому что у вас есть душ, у вас есть ванная, у вас есть газ, у вас есть вода дома, вам осталось только куда это все сливать. То могу сказать, что у меня в городе сегодня полно тех домов, где люди не имеют ни горячей воды дома, ни холодной воды. Про канализацию они даже и мечтать не могут мечтать. И если у меня деньги будут, то я в первую очередь сделаю, хотя бы людям проведу холодную воду в дом. Да? И попытаюсь сделать какой-то ремонт или переселю один или два дома, построю. Потому что за 176 миллионов мы сможем сегодня, ну, как минимум 5 домов переселить. Это где-то под 15 квартир мы сможем людям дать. И как вы думаете, я сегодня куда должен деньги потратить? Сделать канализацию или переселить людей с аварийного жилья? Я пытался вчера это сказать, но люди это не слышат. Да, у них есть свои цели, свои амбиции. Там вопрос даже он больше, наверное, политический, потому что все-таки 366 домов, и это целая армия людей. Да, я не буду дальше развивать эту тему. Могу сказать точно, что пока не переселю людей с аварийного жилья, пока не дам холодную воду тем, у которых нету, пока люди в квартире не будут иметь свои собственные туалеты, вот когда это все сделаю, тогда мы приступим к вашей канализации. Спасибо, Виктор Анатольевич. Поступил звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я не досказал. Вопрос. Секундочку. Да, прям секунду.
в школе Минюкинской мы полностью в этом году заменили канализацию, мы полностью ее отремонтировали, и нет никакой опаски, что школа не будет работать. Я это вначале говорил. Школа отремонтирована, и дети пойдут точно, без всякой это, проблем. Извините, как зовут вас? Наталья. Задавайте вопрос. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Виктор Анатольевич, нельзя сделать так, чтобы руководство Горгавля, ну, обязать как-то, вот, чтобы место прикуривания своих сотрудников они сделали? Так, еще раз, пожалуйста, что... помедленнее и погромче. Обязать руководство Горгавля сделать место для курения сотрудников. Ага. Потому что они выходят курить к нам под окна. Мы живем рядышком. И стоянку нельзя где-то сделать для сотрудников, потому что все их машины стоят у нас под окнами. Наталья. Вот так-то это нельзя вопрос. Я думаю, Наталья, я думаю, что с курилкой мы это быстро решим. Да, я обязательно созвонюсь с Жук, и она женщина, которая может сильно руководить своим предприятием, и очень та, которая идет к нам всегда навстречу. А по поводу стоянки я не готов сказать, потому что, смотрите, сегодня вся ваша улица, да, начиная от Гуляева, это улица Дзержинского, да? Начиная от Гуляева, Гуляева от банка, да, вот от Карла Маркса до Дзержинки, и сама Дзержинка полностью до кладбища, у вас в этом году будет очень хорошее благоустройство. У вас полностью будут сделаны по-новому тротуары. Они будут довольно-таки очень хорошие. У вас полностью по этой улице, где это будут часть деревьев убрано, часть деревьев молодых, новых высажено будет. Будет полностью озеленение. Да? У вас по этой улице будут практически все заменены заборы. Заборы, которые будут в одном стиле, очень красивые. И эта улица у нас еще получит такое еще одно привлекательное место для того, чтобы люди могли гулять. Вся улица будет по-новому освещена. Вы живете на хорошей улице. Спасибо. Так что, по поводу стоянки вы сказали вовремя, потому что когда будет благоустройство этой улицы, надо будет предусмотреть, чтобы действительно сделать стоянку. Виктор Анатольевич, а можно я задам еще один вопрос, пользуясь случаем? Можно. У меня ребенок ходит в 6-ю школу. А почему вот на 6-ю школу выделяет администрация мало учебных мест? Очень мало. Учебных мест? Нет. Бюджетных. Вот чтобы, допустим, дети, бюджетные места на питание, допустим, да? Очень мало бюджетных мест. Я не за своего ребенка говорю вообще. Нет, Наталья, давайте так. Всем... кому положено, все до единого получают. Если вы говорите про льготные питания, ну, то их нельзя выделять или не выделять. Есть дети, которым положено льготное питание, там попадают разные семьи, а есть тем, кому не положено. И всем, поверьте мне, всем тем, кто положено, нету ни одного ребенка, чтобы ему сказали, что для тебя не хватило бюджета или не хватило денежных средств. Если ребенок попал, то он попал. Моему ребенку, допустим, не хватает бюджетных средств. Подождите, а вы... Вот конкретно. За 4 года мой ребенок ни разу не питался бесплатно. А вы попадаете под ту категорию? Я попадаю в категорию малоимущие, да. И таких детей очень много. Подождите, то есть вы малоимущие, у вас нет того дохода на семью, которые даже... Вот до... Нет. Так, давайте мы запишем это. Это очень... У нас есть контакты. Это очень хороший вопрос, Татьяна. Да. Мы обязательно на следующей неделе, я обязательно это выясню, и мы вам перезвоним. Если, хорошо, если вы не подходите, то мы объясним вам почему. А если вы подходите, то У-у-у. Такого не должно быть и такого не может быть, чтобы не хватало денежных средств. Спасибо, Наталья, за вопрос.
Спасибо, Виктор Анатольевич. Следующий вопрос. Добрый вечер. Город Зарайск, улица Лесная. Планируется ли у нас водоснабжение? Очень хочется воды. Спасибо. Ну, улица Лесная у нас это особая улица. Я вам скажу, что эта улица молодая, она только строится. Да, и эта улица сегодня попала в такую зону, что она еще, когда люди брали участки, они даже и не мечтали, что они будут в таком месте, да, потому что перед ними был лес, лес, который был заросший, да, то сегодня это через дорогу очень хорошая зона, где люди могут и днем, и ночью, и в любое время, потому что это освещенная территория, это дорога с твердым покрытием. Сейчас мы им в этом году сделали асфальт. Они в прошлом году, позапрошлом году проголосовали все очень дружно. В этом году у них асфальтированная дорога. Мы с ними разговаривали. Мы будем включать в план проектирования. И пока проектирование, если их включат в субсидии, и если все повезет, то это будет в лучшем случае 23-й год. Я уже жителям этой улицы говорил, что там будут небольшие затраты, потому что сегодня, если на каждом участке делать скважину, а потом, если у вас будет вода, то вам еще нужна канализация. Если делать септики внутри, ну, потом это все вывозить, выкачивать, платить деньги, то я честно скажу, что проще жителям будет, если мы можем вместе собраться, просчитать, сколько это будет стоить. И жители, если скинутся, то это уже в следующем году можно будет получить и канализацию, и холодную воду. Техническое подключение мы дадим, куда можно подключиться. А жители могут это сделать сами и передать потом на баланс МУПу или самим содержать. Это будет намного проще, намного быстрее, и им будет намного дешевле, чем они несут сегодня те затраты, которые уже они несут. А так, чтобы получить от МУПа, это, я боюсь, что и 23-й год не будет. Спасибо, Виктор Анатольевич. Следующий вопрос. Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Я Наталья, жительница Зарайска. Я проживаю на улице Рязанской, дом 12. Хотела поинтересоваться, будут ли устанавливать лежачие полицейские на улице Рязанской, дом 12. Машин очень много ездит, и не все водители соблюдают скоростной режим. Детей очень много бегает, и страшно, когда машина несется с высокой скоростью. Спасибо. Я сейчас, Наталья, тяжело представляю, на каком расстоянии находится дом 12 от дома номер 10. Потому что по улице дом номер 10 была комиссия, и комиссии было принято решение, что у дома номер 10 в следующем году будет лежащий полицейский. Да, если этот дом где-то находится далеко, если Наталью устроит и у дома 10 спасет, то значит это хорошо. Если же это большое расстояние, то Наталье нужно написать будет заявление, желательно еще коллективное, чтобы мы вынесли это предложение или эту просьбу на комиссию, а комиссия уже будет, которая будет в октябре, по-моему, у нас, которая будет решать, нужен там полицейский или не нужен полицейский. Но по Рязанскому, у дома номер 10 полицейский уже будет в следующем году. Спасибо, Виктор Анатольевич. У нас есть звонок. Здравствуйте. 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 Меня представьтесь. Зовут Татьяна. Да-да, слушаем, Татьяна. Я из деревни Кашкова. Там и родилась, и как бы у меня там дача. Да? Татьяна, какая деревня, вот, еще раз? Деревня Карманово. 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 Хотели бы знать, будет ли у нас там дорога. У нас там в одном месте мы везли столько кирпича, прям кучи, и не равняется, ничего это не делается. Татьяна, скажу, что мы для вашей деревни проект уже сделали. Угу. Да, и дальше для того, чтобы была у вас дорога, вы должны проголосовать. Вам нужно всем-всем собраться, всем позвонить своим родственникам, те, которые живут в Владивостоке, те, которые живут в Ленинграде, в Калининграде,
да, чтобы они проголосовали. Потому что для нас эта деревня тоже очень важная. Там же у вас еще есть и многодетные семьи, которые, да, где, да, дети, да, проживают. И эта деревня действительно, да, она жилая. И у нас много проблем в администрации с тем, что когда начинается распутиться, дети не могут приехать, не скорая туда попасть. Дети не могут в школу добраться. И мы, поверьте, что мы очень сильно хотим. Все, что от нас зависело, мы сделали проект, и вы у нас есть. Вы, главное, только проголосуйте. Голосование сейчас идет. Uh-huh. Да, если вы проголосуете, то мы с большим удовольствием, uh-huh, вам в следующем году, uh-huh, вам сделаем дорогу на портале Добродел. Uh-huh. Спасибо, uh-huh, Татьяна, спасибо за вопрос. А так мы как бы планируем карману, чтобы туда сделать дорогу. Uh-huh. Хорошо. Спасибо, Виктор Анатольевич. Следующий вопрос, который поступил на WhatsApp, снова от Сбродова Олега. Планируется ли в Зарайске... Олег, активен сегодня. Планируется ли в Зарайске расширение центральной городской канализации на частный сектор? Интересует улица Академика Виноградова. Могу сказать, что проекта нету. И проект мы еще на улицу Виноградова как бы не делали. Да, там тоже частный сектор весь. Не готов сказать, и мы даже это не прорабатывали еще. Если брать по канализации, мы сегодня бьемся по улице Виноградова, потому что это улица Виноградова, представляете, это Ледовый дворец, и пошла туда в сторону деревни там. Ну, за Ледовым, да, за Ледовым дворцом в ту сторону, как бы от города, да. И там большой населенный пункт. Много детей, которые идут и в Беспятовскую рощу, которые идут на детскую площадку, которая в Беспятовской роще. Там нету тротуара. И самое главное, там нет освещения. А там еще есть поворот под 90 градусов, и где уже неоднократно были аварии. И мы сегодня пишем письмо. Весь вопрос в том, что вся эта улица, она Мосавтодора, она не наша. Мы сегодня пишем письма, буквально вот на прошлой неделе от жителей было коллективное письмо. Мы написали от себя еще раз письмо. Я разговаривал с министром. И мы направили, если проект, мы еще не знаем, ответ не получили. Если проект был сделан на освещение, то до конца года на этой улице появится освещение, это если есть проект. Если проекта нету, то на следующий год мы попытаемся сделать проектирование, и, может быть, Бог даст, к концу года сделать там освещение. По поводу канализации не готов сказать, мы даже не прорабатывали. И для того, чтобы нам прорабатывать эту канализацию, то хотя бы нужно коллективное письмо. Но я думаю, что даже если будет коллективное письмо, то я жителям посоветую то же самое, что жителям на Лесной улице. Это будет быстрее намного. Следующий вопрос. Добрый день. Хотелось бы узнать, почему в Козловку газ провели, а мы, живя в деревне Борисово, зимой отапливаемся электрообогревателями и печкой. Газовая труба проходит по другую сторону от нашей деревни. Помогите, пожалуйста, нам в этом вопросе. Или подскажите, куда обратиться. Могу сказать, смотрите, еще полтора года назад для того, чтобы населенный пункт провести газ, то должно было быть прописано не менее 100 человек. Да? То сейчас условия поменялись. Сегодня это должно быть не менее 30 человек, 30 и более. То есть могу сказать, что эта деревня, она попала. Значит, могу до 26 года будет сделано проектирование, и до 28 года в этой деревне будет газ. Спасибо, Виктор Анатольевич. Следующий вопрос. Добрый день, рассох ты. Хотелось бы знать, когда закончится проблема с электричеством. Столбы по деревне в два ряда. Счетчики собираются вешать 4. У нас есть фотографии. А у нас трансформатор 70-х годов. В деревне было 25 домов, а сейчас около 100. И у многих электроотопление. В декабре меняли счетчики в тихушку. Жителям никаких документов до сих пор не выдали. А уже 4 собираются
собираются вешать. В Мосэнергосбыте также нет данных по этим счетчикам. В деревне многие опоры падают, провода столетние и обрываются постоянно, да и много еще всего. Виктор Анатольевич, помогите урегулировать эту проблему. С уважением, Орлова Н.И. Знаю эту проблему. Здесь жители не правы в том, что трансформатор старый и у него не хватит мощности. Там дело не в трансформаторе. Дело в том, что улица очень длинная. Очень длинная. И СИП, который идет по столбам, он маленького сечения. Все, что им нужно сделать, это поменять СИП. Для того, чтобы поменять СИП, если меня слышат жители, то им нужно собрать подписи всех жителей и с этими подписями обратиться в МАЭСК. И поверьте мне, что вам это быстро и точно сделают. Там вопрос не в трансформаторе. Там, если трансформатор, это была большая проблема. Там проблема в том, что нужно поменять кабель только, который идет по столбам по всей улице. Уважаемые жители, обращений поступает много. Те вопросы, которые не войдут в этот эфир, обязательно войдут в следующий. Следующий вопрос пишет нам Лариса по поводу строительства на улице Московская. Вопрос: будет ли продолжено строительство социальных домов или достаточно того, что уже построили? Нет, конечно. Нет, конечно, не то, что не будет, конечно, нет, конечно, то, что будет строительство. Смотрите, я уже объяснял, что сегодня по улице Московской 3 дома построено, там 39 квартир, которые люди получат по аварийному жилью, те, которые квартиры признаны. Да, и мы должны были людям ключи давно уже вручить, но у нас сегодня есть проблема со застройщиком. Само жилье готово, люди, которые должны получать, они уже были, они видели свои квартиры, в каком они состоянии, там действительно сегодня открывай двери, заезжай, да? Но сегодня остались те вопросы, которые юридические, это по наблюдению и приемка самих домов. Проблемы у нас небольшие есть, но не у нас в администрации, а именно как бы в застройщике. Могу сказать дальше, что я уже говорил и еще раз повторю, что у нас сегодня, если брать в городе, самая большая проблема, которая только существует, это жилье. У нас проблема была здравоохранение, мы поборолись. У нас проблема была с МУПом, мы ее решили. Остается проблема с жильем. У нас сегодня 25 домов, это признанные аварийными. Это 7000 квадратных метров, это 220 квартир. И у нас еще 7 домов, которых нужно, 5-7 домов, которых нужно признавать аварийными. Да, и таким образом это под 10 тысяч квадратных метров. Смотрите, по улице Московской, за этими тремя домами, мы практически сегодня уже дали участок, ну не дали, а люди выиграли через тендер, земельный участок, и в апреле месяце уже начнется стройка 4 домов. Это коммерческие дома. Это тоже для нас очень важно, потому что сегодня купить квартиру даже тем же сиротам мы уже практически не можем купить, потому что в городе нету. А мы при исполнении 18 лет должны дать квартиру. И у нас таких от 8 до 12 до 14 квартир. Это раз. Во-вторых, сегодня у нас есть то, что мы помогаем по программе, даем сертификат, денежный сертификат. Это 70%, 30% молодая семья, которая попадает, да, и 70% дает государство для покупки нового жилья. Люди сертификат сегодня у нас получают. Когда мы вручаем, спрашиваем, где покупаете жилье, говорят, Коломна, Раменский, Жуковский, Луховицы. А почему не в Зарайске? Виктор Анатольевич, а где? То есть у нас купить сегодня нечего. Да? Дальше у нас есть такое понятие, как сегодня многодетным семьям губернатор дает очень хорошую ипотеку. Да, под очень маленькие проценты, она очень выгодная. Но для этого нужно жилье. Даже люди, которые берут ипотеку, они опять уедут куда-то.
И вот эти 4 дома, они помогут, которые коммерческие будут, они нам помогут решить сразу вот эти все проблемы. Это то, что касается коммерческого жилья. А дальше то, что касается социального жилья. Мы на следующий год, не знаю, все будет зависеть, честно, от тех выборов, которые будут у нас в этом году. Мы планируем построить все эти дома, переселить, построить еще, там, не знаю, 4-5 домов, куда переселим всех с аварийного жилья. Да, это примерно где-то под 250 квартир. Не 25, не 30, 250 квартир. Это целый микрорайон. И у нас туда же запланировано, это тоже касается социального, 250 квартир. И у нас туда же запланировано еще строительство новой школы. Сейчас идет практически последнее утверждение. Мы надеемся, что мы в следующем году сделаем проект на 850 мест. Территория уже есть, территория одобрена и под дома коммерческие, и под жилье социальные, земля уже есть, да, и под школу есть. И мы тогда получим такой хороший микрорайон, который по улице Московской. Так что там все будет развиваться, это точно. И еще два вопроса от Ларисы, тоже вопросы по улице Московская. Будет ли строительство футбольного поля для подростков? Или, может быть, оно будет где-то еще построено? Угу. А почему только один городской автобус делает рейсы, когда появится второй? Так, давайте я про футбольный начал. Давайте, у нас похожий вопрос был на прошлом эфире. Да, по футбольным полям. У нас их сегодня как бы немало. Да, у нас сегодня, если брать, то есть и Летунова, у нас сегодня у 5-й гимназии, у нас сегодня мини-футбольное поле у Ледового, у нас сегодня есть стадион, который на улице Московской, да, у нас сегодня есть такие еще стадионы, которые без покрытия, чисто грунтовое поле, да, это и в Миндюкино, и сегодня мы в этом году жители просили, что вот у нас там, у нас была такая проблема, что сквер, место, где дружба, частный сектор, и нашим было для того, чтобы покрасить ворота, они взяли и их просто снесли. Мы получили кучу таких недовольствий, и это правильно, что жители, что у нас тут занимаются дети очень много, зачем мы убрали ворота? Мы сегодня им сварили очень хорошие ворота, сделали настоящие, профессиональные, как положено, им установили, но, честно говоря, проезжая по этой территории, мы видим, что поле поросло травой. Если травой поле растет, значит, оно не так и востребовано. Да? Но могу сказать, что если брать по футбольному полю, то мы, если будет строительство новой школы, это будет обязательно профессиональное поле в школе. Дальше мы планируем уже в этом году, я не знаю, я не могу обещать на 100%, потому что мы, я не хочу никого сегодня рекламировать, там, никакую партию, но со своей партией мы решили, что сделаем благоустройство во втором микрорайоне, вы знаете, где много домов, и сегодня есть коробка большая, где раньше было футбольное или баскетбольное поле, и сегодня заброшенное, стоит ржавые столбы, ржавая сетка. Мы надеемся, что до конца сентября там сделаем футбольное поле 20 на 38, сделаем 3-метровую дорожку с мягким покрытием для того, чтобы можно было заниматься скандинавской ходьбой или просто бегать, заниматься там спортом. Так что такое поле должно еще быть с искусственным покрытием, с таким же, как и у Ледового дворца, должно появиться во втором микрорайоне. Потому что до конца года появится такое поле. Ну и в планах у нас никуда не делось. Мы все-таки планируем, и если удастся, то мы должны еще сделать одно большое профессиональное поле, полноразмерное. Это как раз в Миндюкино, при въезде, где вот этот квартал, где 360 домов с этой стороны. Ну, это только мечты, я не обещаю. Но мы планируем такое поле в Миндюкино сделать. И там постоянно... И вопрос. Городской автобус делает рейс один только. И когда появится второй?
Ну, смотрите, то, что касается городского автобуса, их не нужно сегодня два и не нужно три. Сегодня то расписание, которое есть на автобусной остановке, оно полностью исполняется. То есть один автобус успевает, если люди хотят, чтобы мы сделали разрыв, там не через 30 минут автобус, там, или 20, или 15, это вопрос другой, это нужно писать письмо, мы должны его рассмотреть и должны понимать, насколько это будет целесообразно, интервал его, скажем, уменьшить. А для того интервала, который сегодня есть, вполне достаточно одного автобуса. Если вдруг автобус не приходит, дорогие жители, если автобус опаздывает или не пришел, пожалуйста, обращайтесь в транспортный отдел к нам в администрацию. У нас этим занимается Шолохов. Мы очень быстро на это реагируем. И Мострансавто тоже очень быстро реагирует на все те замечания, которые мы им направляем. Спасибо, Виктор Анатольевич. Немного времени остается до завершения нашего эфира. Вернемся. Все, давайте еще с собой поговорим. Вернемся к празднованию Дня города. Разнообразие праздничных мероприятий, безусловно, никого не оставило равнодушным. В День города с добрыми напутствиями к зарайцам обратился и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Давайте посмотрим видео. С удовольствием. Дорогие жители, гости Зарайска. Это город с историей, традициями. Город, в котором живут удивительные, гостеприимные и радушные люди. И который ценят и знают туристы со всей страны. Для нас важно, чтобы каждый, кто живет в Зарайске или приехал в город отдохнуть, замечал перемены к лучшему. При поддержке нашего президента мы многое благоустроили в историческом центре. Навели порядок на набережной и в Беспятовской роще. Все это, как и легендарный Кремль, стали символами Зарайска, за которые город любят и которые стремятся увидеть. Впереди еще много задач. Дороги, парки, скверы, новое качество здрава. Обо всем этом говорят жители на встречах. И это планы, которые нам всем вместе предстоит реализовать. Спасибо всем, кто любит Зарайск и много делает для его развития. Могу прокомментировать, что Андрей Юрьевич, он реально любит наш город. Вы видите, он знает все, что делается в нашем городе. Он переживает за наш город и сильно помогает нашему городу. И он понимает, что Зарайск – это исторический город, что таких городов, как Зарайск, их мало в Российской Федерации. Мы не говорим про Московскую область. И его, наверное, та первая любовь, когда он помог вернуть там икону Никола Чудотворца – и первый его рабочий день, его, когда он только еще баллотировался, когда был его исполняющим обязанности, первая поездка это была в Зарайске. Это, наверное, где-то осталось у него надолго. Могу сказать, что огромное ему спасибо. Ему и всей его команде, всем министрам, потому что с такой любовью, с такой душой, как они относятся к Зарайску, я не знаю, относятся они вообще-то к другим городам, как нам. Это я чувствую эту поддержку очень-очень сильно. Все, что касается Дня города, то мы действительно хотели его провести. Да, мы взяли планку в прошлом году. И когда мы в прошлом году сделали такой День города, то мы понимали, что на юбилей мы не должны его сделать хуже. Да, и День города, он проходил буквально всю неделю, да, начиная с крестного хода, с Николы Чудотворца. Дальше у нас был и Зарайский Арбат, это были шары, потом завершение были у нас скачки в Беспятовской роще. И это все очень быстро прошло, но самое-самое это было в субботу, когда к нам приехали знаменитые артисты, и для того, чтобы принять на площади там 15 тысяч людей, это очень серьезная подготовка. Мы начали готовиться за 2 месяца. Мы собирались с пожарниками, мы собирались с ДПС, мы собирались с МВД. Да, мы думали, как сделать фан-барьеры, как благоустроить улицу. В первую очередь это безопасность. Вот безопасность это намного серьезнее, чем поставить сцену или выступить артистом. Хоть вы видели, что у нас в этом году опять это была реально кремлевская сцена.
Это у нас были знаменитые артисты. И нам, я надеюсь, что удалось, потому что мы очень много получили хороших слов и на улице, и в соцсетях, да, и могу сказать, что мы этот праздник сделали не только для себя, а на этот праздник приехали практически все наши соседи, это и Озера, и Серебряные пруды, и Луховицы, хоть в Луховицах в этот день тоже был день города, и очень много жителей было с Рязани и из других городов, то есть это был очень хороший праздник. Но скажу также, что мы получили и негатива. Его немного, но есть, и писали в соцсети, и обращались к нашим депутатам, да, и поступали звонки к нам в администрацию, что на какие средства вы это все сделали. Не лучше ли было там сделать ту же канализацию в Мендюкино, чем потратить деньги на такой праздник, как вы сделали. Да, могу сказать точно, что весь этот праздник, он был сделан не за бюджетные деньги. Это может проверить кто угодно. Это любой житель может быть, обратиться в прокуратуру, куда угодно, и вы увидите, что действительно денежных средств из бюджета не было потрачено. Я могу сказать, что практически и сцена, и артисты, которые знаменитые, которые были на сцене, это нам подарила компания «Восток». Это та компания, которая сегодня делает благоустройство и Победы Илеонова. Это их подарок для нашего города. Но вся организация, и там было еще много артистов, которые были наши. Я, хоть пользуясь случаем, хотел сказать всем организаторам очень огромное спасибо. И сотрудникам МВД, и сотрудникам администрации, и сотрудникам культуры, и спорта, и образования. Всем-всем тем людям, которые принимали участие в организации такого праздника. И скажу, что у них это получилось. Спасибо им за это огромное. Да, действительно, праздник удался. Давайте послушаем, что говорят об этом сами жители. Давайте. Здорово, весело, зажигательно, блин, ну классно, правда. От души. Давно такого не было. По юбилейному давно не было. Прям вообще и Арбат такой хороший сделали, пешеходный, концерт хороший, и звук хороший. Круто, правда. Спасибо большое. Замечательно, очень красивый, шикарный праздник нашего любимого, дорогого города Зарайска. По юбилейному? Да, по юбилейному очень даже сильно, класс. Офигенно. Честно, первый раз в Зарайске, но тащусь, попроще сказать, да, мне очень все нравится. Да, мы только подошли, но сцена очень низкая, спасибо экраны, а так ничего не видим. С днем города Зарайск, ура! Замечательно, все красиво, все весело. Офигенно. Конкретно офигенно. Отлично. Великолепно. Все нравится. Замечательно. Да. Вы довольны, что в городе? Мы очень довольны, да. Конечно, довольны. Отлично. Прекрасно. Ребенку пришли. Да, Ребенку нравится? Ребенок, я сам в шоке, что он это все слушает. Я думал, он будет как-то эмоционально реагировать. А он спокойно это все наблюдает. Отлично. Спасибо большое за такую организацию. Все очень культурно, красиво. И нас ждет очень много сюрпризов. Мне нравится очень. На празднике хорошо, красиво. И концерт хороший. Желаю всем жителям города отличного здоровья, чтобы никто не болел коронавирусом. Ну и хорошего настроения всем. Удачи всем. Замечательный праздник, все хорошо. Хорошо организовано. Супер. Настроение отличное, народ позитивный. Хочу поздравить всех с праздником, жителей Зарайска. Ура! В
целом вообще весь день города очень понравился. Очень хорошая организация, замечательная. Много интерактивных площадок для детей, много разной продукции, сувениров. И вообще было очень интересно, конечно, и с детьми, и нам, просто взрослым. И вчерашние, конечно, особенно вечерние представления, концерты, сегодняшние мероприятия. У меня здесь сегодня дочка скакала на лошадке. Вот. В деревенской скачке первое место взяли. Так что да, очень понравилось. Спасибо огромное администрации и комитету по физической культуре, спорту, делам молодежи за прекрасную организацию. Вообще замечательно все. Спасибо огромное. Радует все, что у нас происходит, такие мероприятия. С каждым годом все лучше и лучше. Гордость берет за наш город, за все, да? Благодарим. Ну, судя по отзывам, жителям действительно понравилось. А это скажи... мы, наверное, специально выбирали тех, кто говорит хорошо. Скажите, скажите, пожалуйста, что понравилось из мероприятий вам больше всего? Да мне, знаете, если честно, то понравилось все, но гордость брала и прямо аж до слез. Это шествие, когда мы выстроились на улице и когда пошли по городу, это было очень красиво. На обочинах стояло очень много людей, которые приветствовали, которые то все фотографировали, снимали. И когда мы дошли до сцены, я поднялся на сцену, то конца края не было видно всех тех, кто был в колонии. Все ушли счастливые, все улыбались, все друг другу улыбались. И вот, вот шествие мне прямо то, что взяло прямо за душу. И я вам скажу, что вы же видели, что у нас и Наталья Сергеевна Виртуозова была, да, это вице-губернатор, и зампред Евгений Акимович Карамушин был. Они мне говорили: Петрушенко, ну ты дал. Мы даже сами не ожидали, что в таком маленьком городе может проходить так праздничный день города. У нас, говорит, в больших городах, которые возле МКАДа, так не проходит, как прошло у вас в Зарайске. Им это тоже сильно понравилось. Спасибо, Виктор Анатольевич, за такой большой праздник для жителей и гостей города. К сожалению, время эфира подходит к концу. У вас есть что добавить? Да, есть. Я хочу сказать, что праздники, они не кончаются. У нас впереди в сентябре месяце еще будут как минимум 4 праздника, мы надеемся, да, 5 даже. У нас завтра в 12 часов Заранск. Это проводит Министерство спорта Московской области, где съезжаются спортсмены практически со всей Российской Федерации. У нас 5 числа в Даровом будет очень хороший концерт. Это будет с соломенных тюков построенная крепость. Там 4,5 метра высотой. Тюки будут стоять один на один, как колонны. Они внутри будут с подсветкой. Это примерно 1000 посадочных мест внутри этой крепости. Там будет сцена, будут хорошие артисты. И будет очень хороший праздник. Его проводит Министерство культуры Московской области. Это не мы проводим праздник-то. Ну и, конечно же, мы должны будем... в субботу, это, по-моему, 11 сентября, мы должны открыть с хорошим концертом. Мы уже знаем, что будут тоже хорошие артисты. Это деревня Карино. Мы заканчиваем благоустройство территории и ремонт ДК. Мы получили, наверное, самый современный, маленький, но уютный, самый современный деревенский клуб, где полностью сделан и ремонт, и заменено полностью все оборудование и мебель. И получилось так, что у них теперь сцена своя есть и площадка на улице для массового гуляния. То есть это будет у нас открытие с праздничным концертом 11-го. Дальше мы не знаем, какие числа, потому что не знаем, когда мы сдадим Парк Победы и сквер Леонова. Но это будет точно в сентябре месяце. И у нас еще будет 2 открытия. Сегодня и Победа, и Леонова готовят праздничную программу, которая будет в Победе на своей сцене, про которую я говорил. И у Леонова практически
эти ступеньки, они тоже как сцена, и там тоже площадка. Так что у нас еще 5 мероприятий, где мы с вами хорошо повеселимся. Спасибо, Виктор Анатольевич. Время эфира заканчивается. Спасибо за время, уделенное нашему телеканалу. Уважаемые... Спасибо вам большое и нашим телезрителям. Хорошего настроения, хороших выходных и, конечно же, крепкого здоровья. Спасибо. Уважаемые телезрители, 2 сентября в четверг предприятие «Квант» планирует провести прямой диалог с главным врачом Зарайской центральной районной больницы Николаем Владимировичем Макаровым. Свои вопросы, замечания и предложения вы можете отправлять на WhatsApp по номеру телефона 8-985-753-1774 с пометкой «Вопрос главному врачу Зарайской ЦРБ». Очередная встреча в прямом эфире с главой городского округа Зарайск состоится 16 сентября в 18 часов. Следите за нашими сообщениями на телеканале «Квант». Пожалуйста, не переключайтесь. Информационный блок студии кабельного телевидения «Квант» продолжается. До свидания, до новых встреч!